Если ты прокачиваешь свои сильные качества, ты становишься сильнее. Если ты прокачиваешь слабые качества, то ты становишься слабее. У меня тогда мозг просто в шоке был от того, что все настолько реально. Да, у каждого человека есть его выбор. И даже если этот выбор ведет его не к реализации какому-то трэшу в жизни, это его выбор. И его надо принимать. Игра, она же постоянно одна и та же. Меняются только локации. Сейчас мы сделаем с тобой разбор по потенциалам. То есть мы создали свою авторскую систему со своей супругой. Эта система позволяет понимать человека, его предназначение, слабые и сильные качества, вообще все о нем, просто буквально посмотрев на него, поговорив с ним. Человек рождается с определенной внутренней программой. И если он реализует эту программу, то у него все хорошо, он счастлив, успешен, все у него есть. Если же он не реализует свою программу, то у него болезни, дискомфорт, внутреннее напряжение, жизнь, тлен, все, делать нефига. И, соответственно, вот эту программу, ее можно видеть. Нас просто никто не учил никогда, как вообще в себе увидеть те или иные сильные и слабые качества, вообще что-либо в себе увидеть. Мы проявляем эти потенциалы, то есть у нас во всех есть 9 энергетических центров. Это 9 потенциалов. Ну, в простонародье их чакры можно назвать, ну, энергетические центры. И вот их видно во всех проявлениях. То есть мы говорим, видно наше качество. Мы что-то пишем, видно наше качество. Мы как одеваемся, видно во всем проявлении этих потенциалов видны. Просто, опять же повторюсь, нас никто не учил обращать на это внимание. И у каждого человека есть 3 потенциала. Это его сильные качества, это его предназначение. То есть это те качества, которые ему нужно реализовывать, и они его позволят выйти в успех. Есть 3 качества, которые его мотивируют. Это его мотивация, это его настоящее хобби, это то, что его наполняет, заряжает. И есть 3 качества, это слабые качества, то есть то, что человеку нужно просто отпускать, принимать, и хрен бы с ним. То есть у каждого человека есть слабые качества, это нормально. И вот эти качества, ну вот эти потенциалы, они создают таблицу потенциалов. В принципе, о ней мы сегодня и поговорим. То есть я тебе, исходя из этой таблицы потенциалов, сделаю разбор и расскажу прежде всего о твоем предназначении, чуть меньше о твоих каких-то болячках подсознательных, и там самую малость поговорим про какие-то слабые качества. Ну еще. Еще скажу про мотивацию, то, что тебя заряжает. И вот смотри, бери телефон, там сейчас запишем таблицу потенциалов. Ну, кого мы обманываем, ты ее уже записала, мы подготовились. Не просто так мы тут живем, все вместе на Бали. Первый твой ряд. Потенциалы, они называются по цветам. И вот в каждом этом цвете огромное количество внутренних ценностей, желаний, моделей поведения. То есть через эту таблицу можно отдать ответ на любой вопрос. Здоровье, отношения, предназначение, финансы, вообще все, что угодно. У меня есть большой тренинг, где я про каждый потенциал рассказываю более 3 часов. Я этого сейчас делать тебе, понятно, не буду. Ну, просто знаешь, что там огромная тонна информации. Первый твой ряд. Желтый потенциал, красный мужской и зеленый. Это твои сильные качества. Я расскажу, что это значит там в 2 словах. Твое наполнение – это коричневый, фиолетовый и оранжевый. И твои слабые качества – это красный женский, синий и черный. Вот это твоя таблица потенциалов. Я, опять же, такая небольшая ремарочка. Я разбор уже сделал. Я его записал тезисно на ноутбуке, потому что, чтобы не уходить в дебри, буду держаться, так скажем, плана. Если у тебя возникают любые вопросы, можешь меня смело перебивать, задавать, потому что я всегда вернусь, потому что у меня в тезисах все написано. Хорошо. А у тебя есть специфика твоего мозга, так что у тебя, если мысль возникает, если ты ее не озвучиваешь, она исчезает. Да. Поэтому сразу ее, то есть твоя задача сразу ее выдать в массы. Да, хорошо. Хорошо. Ну, начнем. Смотри, желтый потенциал. Желтый потенциал – это речь, говорить. То есть реализация данного человека, она связана с голосом. У тебя это сильное качество. Желтый потенциал, люди с желтым потенциалом – это очень веселые, это такие задорные, юморные. А, душа компании, одним словом. Поэтому ты очень чувство юмора у тебя хорошее. Любишь в других людях юмор. Да и сама можешь шутить, и сама можешь веселиться вообще без проблем. А для таких людей, так скажем, всегда у них есть там сотни анекдотов, каких-то историй, прибауток, рассказов. Все у них в запасе есть. То есть им, так скажем, они за словом в карман вообще не полезут. То есть это люди, у которых сильное качество, голос. И у тебя желтый потенциал – это твое самое сильное качество. Это ты, это твоя суть. И для людей с желтым потенциалом прежде всего твоя реализация – это личный бренд. Ты оратор. Вокруг тебя должно строиться. То есть ты лицо. Для тебя очень важна слава, популярность. И для реализации желтого человека очень важно признание. Очень важно признание. И это не нужно думать, что это что-то плохое. Для тебя это отлично. Это, то есть чем больше у тебя признание, тем ты реализованнее, тем ты счастливее. И это нормально. Это твое сильное качество. Твой голос, он как волшебный. То есть все, что ты говоришь,
люди вслушиваются, то есть ты влияешь на, через голос на людей, ты влияешь на массы людей, на их сознание, на их понимание. То есть даже честно, не важно, что ты будешь рассказывать, тебя будут слушать. Просто это качество у меня тоже очень сильное. Я могу рассказывать все, что угодно, и люди будут слушать, им будет это нравиться. Потому что ну, мы ораторы. Конечно, нам это надо прокачивать. То есть нужно понимать, что вот эти потенциалы – это предрасположенность, которую можно вывести в талант. То есть, ну, мы просто в тебе есть какая-то предрасположенность, ты ее можешь прокачивать, а можешь не прокачивать. Тоже очень важный момент, нужно прокачивать себе сильные качества, а не слабые. Вот это вот выражение, что давайте прокачивать слабые качества, выведем их в сильные, это неправильно. То есть, если вы будете прокачивать слабые качества, вы будете слабее. Будете прокачивать сильные, будете сильнее. Все очень, так скажем, логично. Слабые качества отпускаем. И вот, людей с желтым потенциалом, их достаточно легко узнать. Они всегда говорят. Смеются, говорят, веселятся, эй, воу, то есть веселые. То есть, с ними всегда легко. Вот. Если спросить у людей, которые с тобой взаимодействуют, они все скажут, что ты такая. Потому что с тобой легко, с тобой весело, с тобой классно, веселишься. То есть, да, конечно, есть, так скажем, побочный эффект. Это ты не слышишь никого. Это не говорит, что ты плохо к людям относишься. Просто твой мозг движется со скоростью 200 км в час, и у него там своих мыслей. То есть, и поэтому тебе, если кто-то тебе что-то говорит, и ты на этом не сфокусировал внимание, ты, ну, как бы сразу не акцентировал, то это как взлетело, так и вылетело. И потом тебя спрашивают, ну, я же тебе говорил. Да. Ну, что ж ты, очень часто у людей в семьях есть конфликты, что, ну, что ж ты не купил, там, масло я тебе купил, да, ты мне говорил, я тебе там два раза говорила, да что ты меня не слушаешь, ты меня не уважаешь, да нет, у него мозг так работает. Чтобы тебе донести какую-то информацию, тебе надо сфокусировать, все, вот это сказать, повтори, повторила, все, потом еще смс-ку можно написать, то есть ничего страшного. Сережа, тебе это, на заметку нашему оператору. Это такая специфика, да, но это ты, это люди с желтым потенциалом, а... Очень такая большая проблема, что люди не понимают, что мы разные. Мы все думают, что мы все одинаковые, но это не так. Мы все выглядим одинаково, но у каждого внутри свои ценности, свои... Мы думаем по-разному. И вот через потенциалы, через понимание потенциалов, ты понимаешь, как думает человек, как он на ту или иную ситуацию в ней будет себя вести. То есть, и для него это нормально или ненормально. То есть, и вот, это все проявление желтого потенциала. Как увидеть в людях это качество? Его очень легко. Он всегда говорит. Он всегда говорит. Он всегда веселится, он всегда просто юмор с ним, веселье, задор. О-о-о, поперло так, поперло. Поэтому, если к вам повернулся человек и начал говорить вам что-то, сразу понимаешь, так, понятно. И, соответственно, весь набор качеств, его внутренних ценностей, ты сразу понимаешь, что он у него есть. Люди с желтым потенциалом – это лидер мнений. Еще раз повторюсь, ты бренд, ты влияешь на мнение других, ты вдохновляешь их своим голосом, ты пример для людей. То есть, почему-то признание, потому что ты поменяешь большое количество людей своим примером. Это задача людей с желтым потенциалом. Это твоя задача, прежде всего. И есть еще одна, так скажем, один аспект у людей желтых. Они любят весело. Должно быть весело. Кайф, веселье, отлично. Любят еще поесть, конечно, это тоже их фишка такая. То есть, ну, прежде всего, кайфушники. Поэтому в видео, в которое я тебя просил, чтобы ты записала для разбора, там кайфую, люблю кайфовать, жизнь, веселье и так далее. То есть, это тоже твоя реализация. И, условно, есть другие люди, которые будут на это смотреть и думать, да как так? Да это же не так. Да надо же быть серьезным. Ты чё? У тебя не так. У тебя веселье и отлично. И это твоя задача, так скажем, основная. И вот, это твой желтый потенциал. Второй потенциал – это твой красный мужской. Красный мужской потенциал – это лидерство, это первооткрывательство, это исследователь, это человек, который создает такое, чего еще не было. Ну, условно, ну, то есть, ну, первооткрыватель. Исследователь, первооткрыватель. Данное качество, оно... Это самый редкий потенциал, это ну, у очень небольшого количества людей это есть потенциал. В принципе, у тебя предназначение, твоя реализация, оно очень глобальное. Ты вообще непростая барышня, прям ох, какая непростая. То есть твоя задача очень большая, мир на тебя сделает большие ставки. Реализуешь, не реализуешь, это твой вопрос, ну это от тебя уже зависит. То есть мир, так скажем, на тебя ставит эти ставки, надеется, ну всегда твой выбор идти своим путем реализации или не идти. И вот, и получается, люди с красной мужской это... Вот лидерство, это брать ответственность, это что-то зажигать людей, зажигать огонь в людях, то есть умение формировать, там, не знаю, команду, то есть запустить какой-то проект. И самая глобальная фишка этого красного мужского – это масштабность. Тебя заряжают масштабы. Не просто там сделаем какое-то дело, а нахрен человечество, чтобы захватить. Там, ну, такое сделаем глобальное, чтобы все об этом знали. То есть это тоже твоя внутренняя суть, не все этого хотят. Ты этого хочешь, это твоя задача. Красный мужской, он у тебя менее всего реализован. Я об этом, когда буду говорить о твоих подсознательных болячках, я об этом скажу. То есть это качество у тебя меньше всего принимаешь ты в себе. То есть оно, ты прокачанная девушка, то есть у тебя все здорово, все классно, но вот в данном моменте тебе нужно будет подкрутить.
И люди с красным мужским потенциалом, получается, у тебя как он работает? У тебя он работает, то есть он нужен, не то, что он нужен, вот этот потенциал второй, ну вот в таблице, там каждое место, оно имеет значение, где находится тот или иной потенциал. И вот у тебя красный мужской, он работает, ты вызываешь яркие эмоции, ты вызываешь экстрим, то есть гормональные всплески у людей. То есть это ну, как раз-таки красный этот мужской, то есть открытие новых путей, новых возможностей. То есть люди не знали, как вообще в этой ситуации быть, и они вот приходят к тебе, и ты им показываешь, и ба-ба! Все, эмоция, эйфория, феерия. Там. То есть, и еще один момент, что красный мужской – это игра, создание игры. Твоя задача – создать игру людям. Ну, я сейчас это разжую, так скажем. То есть ты создаешь то, через что люди будут играть и просто выходить на новый уровень. Вот это твоя задача, и это будет глобальных масштабов. Третий потенциал – это твоя ценность. Третий потенциал у тебя зеленый – это тот инструмент, через что ты реализуешь все, это ценность, которую ты даешь в миру. Mm-hmm. То есть именно за это ты будешь... Сейчас я посмотрю, где у тебя деньги. Да, mm-hmm. именно за это тебе будет мир платить. Mm-hmm. То есть если ты будешь придавать эту ценность миру. И зеленый – это эмоции, это чувства, это игра. Это не игра, это, знаешь, это эмоциональность. Для тебя очень важна тот аспект, как я выгляжу. Поэтому настройка перед видео, поэтому дайте срочно посмотрю, как я выгляжу. Зеркало вообще для тебя любимейшая вещь. Посмотреть на себя в отражении 10 раз отлично, шикарно. Можно было там сзади поставить. Желательно, чтобы оно везде было. У людей да. с зеленым потенциалом, у них зеркало на кухне, в доме, в ванной, на полу, на потолке, везде. Все в зеркалах, потому что твое отражение – это любимейшее, на что можно смотреть. И для людей с зеленым потенциалом очень важно, чтобы им говорили комплименты. Для тебя это не просто фикция, не просто, что все девушки любят комплименты. Все-то все, но для тебя это как сухую землю полить в цветке. Если тебе не говорить комплименты, ты будешь вянуть, ты будешь чахнуть. Поэтому ты начал мне говорить, когда я пришла, сразу же комплименты. Ну, я пользуюсь знаниями, которые я транслирую, конечно. И заметь, как твоя лояльность сразу повышается. Потому что, когда ты знаешь, не всем нужно девушкам говорить комплименты. Есть люди, есть девушки с коричневым потенциалом, и для них коричневый потенциал, он это прежде всего внутренняя ценность, это честность. И если девушка в себе не видит за собой, ну, что она, допустим, сегодня хороша, и ей говоришь комплимент, и она сразу будет, он меня обманывает. Я же знаю, что я сегодня там не так хороша, он мне сказал, что у меня хорошая прическа, я знаю, что она у меня сегодня не хороша. Все, и ты вместо человека, которому повысил лояльность, ты становишься врагом. Ну, не то, что врагом, ну, как бы тебе недоверие. Mm-hmm. Поэтому очень надо знать, кому нужно понимать, кто перед тобой. Это очень важный момент. И когда, опять же, через потенциалы, то есть чем эта система крута, не нужно никаких дат рождения, не нужно ничего. Ты помнишь, когда мы увиделись с тобой первый раз, и у тебя вот это просто из воздуха берется, и информация вся, можно, конечно, сказать, что это всех так, но нет. Хорошо, это твой первый ряд. Желтый, красный мужской и зеленый. Второй ряд потенциалов – это твое наполнение, но также он описывает твоего клиента, то есть твое взаимодействие с людьми, какое ты несешь им условно ценности. Ну вот, например, коричневый потенциал, это вон, посмотри на таблицу, где mm-hmm. он находится. Итак, коричневый, да, он находится под желтым. Да, это боль твоего клиента. Боль клиента, это то есть значит, что человек может ее даже сам не осознавать. Но у него это условно болит. И коричневый потенциал, прежде всего, вообще, что значит потенциал? Это реализация коричневого, это наставничество, это создание системы, это скрупулезность. Знаешь, таких людей, ты заходишь к нему на кухню, а у него все по полочкам, у него все. Но у меня такое есть. У тебя это желание, тебя это наполняет. Тебя, если ты убралась, тебе кайф. Но это не твоя реализация. В этом-то и проблема. Люди думают часто, что их наполнение является их реализацией. И они думают, что если я буду делать то, что мне нравится, вот эти тренинги, возьми свое хобби, переведи в деньги, и ты будешь крутой, очень счастлив. И у тебя не будет денег, ты будешь вообще в долгах, в депрессухе, потому что это твое наполнение. Природа сделала тебя в этом качестве, ну, в данном проявлении, отдыхать ты должен, а не хочется, работать. Что коричневое – это боль моих клиентов. А для тебя это наполнение. Угу. И вот. И получается, коричневость, то есть это такая, зачастую такая скрупулезность, педантность, дотошность, то есть наставничество. Люди любят обучать, то есть если у них реализовано, то они обучают, если не реализовано, то они поучают. Они начинают, такие, знаешь, всем раздавать, критиканты, раздавать советы всем начинают. И вот смотри, боль твоего клиента – это
незнание, то есть им нужен наставник, им нужны знания, им нужны, нужна какая-то система, чтобы выйти на какой-то свой уровень. То есть прежде всего они, ну, им не хватает обучения, то есть они хотят поправить свое здоровье, то есть коричневый потенциал, он еще отвечает за расслабление, за здоровье в теле. То есть они хотят поправить свое здоровье, они хотят расслабиться, они хотят жить в кайф, ну, жить именно, знаешь, так в удовольствии, чтобы все было в удовольствии. И прежде всего, это наставничество, у меня нет знаний, у меня нет системы, через что я могу сделать. Это боль, с которой приходит к тебе человек. Он может ее даже и не знать. Второй потенциал во втором ряду, у тебя это фиолетовый, это запрос. Это mm-hmm. запрос, с которым тебе человек реально приходит. Он к тебе приходит и говорит, у меня вот это. И вот запрос фиолетовый, это как раз-таки работа с подсознанием. Это интуиция, это предназначение, это умение влиять на людей, управлять людьми. То есть все серые кардиналы – это фиолетовые, нереализованные. Реализованные – это, наоборот, те, кто помогают выйти на свой путь. Ну, вот, например, у меня фиолетовый – сильное качество. И ко мне приходят люди, и я им помогаю выйти на свой путь. Я помогаю им работать с подсознанием. Я сам прорабатываю их подсознание и так далее. И вот запрос у твоих людей, которые к тебе придут, «Я не знаю своего пути». Я не умею работать с подсознанием. Как мне убрать свои подсознательные болячки? Как мне выйти на новый уровень через вот... Я понимаю, что у меня что-то в голове, какие-то тараканы. Что с этим делать? Я не понимаю, в каком направлении мне... Ну, в чем мое предназначение, в чем мой путь? Вот это запрос твоих клиентов. И оранжевый во втором ряду, третий потенциал, это твоя... тот результат, который человек получает от взаимодействия с тобой. Это оранжевый отвечает за деньги, прежде всего. Это построение бизнеса, это организаторство, управление. И вот после взаимодействия с тобой человек выходит на новый уровень, он достигает каких-то целей, он прокачивает свои финансы, он выходит на новый финансовый уровень. То есть вот это результат взаимодействия с тобой. У меня примерно 99% людей, которые выходят с разбора, они все восторгируют и все согласны со своим предназначением. Почему mm-hmm. так происходит? Ну, один человек у меня был не согласен, потому что у него сильные очень подсознательные болячки, они его прям очень сильно тянули. Реализуют, не реализуют, это уже второй вопрос. Но они все понимают, что да, это мое. Потому что у нас у всех есть внутренняя интуиция, внутренний отклик. И через него, если человек им пользуется, он всегда может получать правильный ответ. Угу. И у каждого человека эта внутренняя интуиция, она своя, исходя из его первого потенциала. У тебя желтый, твоя интуиция работает через голос. Тебе нужно говорить, ты мыслишь говорением, замечала? Ты рассказываешь, то есть ты даже если не знаешь вопроса, да. начинаешь говорить, понеслось. Да, я вообще... да, вот это, закрой рот, сядь и подумай, закрыла рот и чё? И всё, о чем подумать, всё, мыслепоток у тебя начал там... Да, я ухожу от вопроса и... моментально, то есть информация, то есть начинаешь говорить и получаешь ответ. И вот твоя интуиция внутренняя, твой внутренний отклик работает через говорение. То есть mm-hmm. ты задаешь себе вопрос, какой, ну, например, то есть это когда перед тобой стоит какая-то альтернатива. Выбрать мне красное или синее, пойти туда или туда, общаться с этим человеком или с этим. Подсознательные проблемы, которые тебе мешают это все реализовать, mm-hmm. мы сейчас чуть-чуть позже поговорим. Сейчас я поговорю mm-hmm. о твоем втором ряде, о твоем наполнении. Давай. Буквально пару слов, да. чтобы ты понимала, через какое действие, через какие... упражнения, действия тебе mm-hmm. наполняться нужно. Второй ряд – это коричневый, фиолетовый, оранжевый. Коричневый – это твоя реализация, природа. Все, что связано с природой, тебя очень сильно наполняет. Вообще, если у тебя какой-то идет внутренний дискомфорт, тебе нужно на природу или к воде. Вода mm-hmm. вообще твой наполнитель, прям максимальный. То есть, или на пляж выйти. Сейчас, конечно, на Бали все закрыты пляжи, но когда есть возможность в бассейне покупаться. Вот если у тебя внутри дискомфорт, или на природу, или к воде. И можешь прям у себя, тебе желательно вслух проговорить, что там поздороваться с этим местом или с водой, прошу, наполни меня энергией и забери весь негатив. Да. И ты заметишь, как через полчасика все это уйдет. Коричневый потенциал еще очень важно, это расслабление, это массажи. Массажи, твоя вообще тема темная, угу. на Бали шикарно делают массажи, обязательно да. пользуйся, могу дать мастера. И вот массаж прям твоя тема. Плюс коричневого потенциала еще это, ну, если, допустим, ведешь соцсети, то можешь там постик написать, дневник повести, вот для себя, для удовольствия. Это mm-hmm. тоже тебя будет наполнять. Вот это коричневый потенциал, это наполнение. То есть, ну, я буду так понемногу, по несколько слов. Фиолетовый потенциал – это работа с подсознанием, это практики подсознательные. Вот работать с подсознанием тебя наполняет, всевозможные такие практики духовные, которые вот связаны с эзотерикой, можно так сказать, это тоже тебя наполняет. Управлять людьми, манипулировать людьми, вот так, по мелочи так, слегка mm-hmm. так, это тоже тебя неплохо заряжает. Мафия игра. Играешь в мафию? Да, да. Это тоже... мне похожие игры очень нравятся. Да, да, потому что интуицию тебе надо свою, ты стратегия. То есть, но ты стратег не в реализации, а стратег именно
в наполнении, вот в качестве хобби. Еще очень важный момент, что второй ряд, когда мы делаем это качество немного, час-полтора, это нас наполняет. Когда же много делаем, это идет жесткая разрядка. Поэтому, если ты напишешь пост, там, на полчаса или час на это потратишь, отлично. А если ты будешь писать книгу постоянно, по 3 часа в день, ты будешь просто выжатая, как лимон, если будешь вот там сама писать. И фиолетовое то же самое. Если ты будешь прорабатывать людей, работать с подсознанием людей, то ты будешь очень сильно разряжена. Но когда сама это занимаешься там в часик в день, отлично. То есть ты приподнятое настроение, все классно, все здорово. И третий потенциал – оранжевый. Оранжевый – это бизнес, это деньги, это реализация. То есть деньги тебя наполняют. Проходить по магазинам – отличная тема. Ой, да, да. Все, в принципе, да. Интервью закрываем. Все, мы добрались до самой сути. То есть пойти, даже самый прикол, что даже не купить, а просто попримерять вещи тебя тоже будет заряжать. Ну, прям тебя это наполнит. Но купить вообще тема. Если мы сейчас просто не будем углубляться прям в детали, но каждое качество, оно наполняется тем потенциалом. Вот, допустим, у тебя зеленый потенциал. То есть если ты устала помогать людям, то тебе надо пойти что-то купить. Или получить деньги за это. И вот когда ты получаешь деньги, это тебя наполняет. Да, то есть да. Вот, ну, просто это можно тоже достаточно много об этом рассказывать. Также оранжевый потенциал – это все, что касаемо тактильности. Поэтому любишь обниматься. Поэтому давайте пообнимаемся. Давайте вот погладьте меня. Шикарно. Поэтому вот массажи вообще очень твоя тема. Плюс горячие источники. Горячие источники сейчас на Бали закрыты. Ну вот вообще теплая вода, ванна. Лечь просто в ванну на полчаса-часик, шикарно в горячую. То есть это все тебя наполняет. Йога, бег, это тоже твое наполнение. Это, ну, немного в своей жизни. Когда ты начинаешь много этим заниматься, идет разрядка. То есть так, виды спорта связаны вот с гимнастикой, бег со своим телом. Любые тяжести нет. Сразу нет, это, ну, тренажерные залы нет, не твоя тема. То есть это будет для тебя негативом идти. Хорошо, понятно, со вторым рядом это твое наполнение. Потому что есть, почему, знаешь, какая-нибудь тусовка, какой-нибудь танцы, тоже танцы тебя наполняют очень сильно. Прям танцы вообще шикарная тема для тебя. Например, какие-то мероприятия, какие-то вечеринки, какие-то действия, и потом после них человеку надо еще отдыхать. Знаешь, ну вот, может быть, помнишь, когда раньше жила, так скажем, в аспекте системы, на выходных отдыхала, а потом после выходных надо еще поотдыхать. Да. Потому что не настоящий отдых, не наполняющий тебя отдых. Нужно наполняющим отдыхом отдыхать, тогда ты, наоборот, во время отдыха будет приходить осознание, понимание, наполнение. То есть после отдыха ты выходишь, я готова делать, а не я готова спать. Ну, то есть это тоже нужно понимать, что у нас есть у всех настоящий свой отдых. Да. Хорошо. Третий ряд – это те качества, твои слабые качества, которые нужно делегировать. Их нужно дать миру, чтобы он за тебя это сделал, позволить. А для этого нужно не самому это не делать. Прежде всего, это одна из больших проблем людей, которые работают по найму, ну вот, которые, так скажем, еще не поменяли свою жизнь, которые еще не вышли на свою реализацию. Потому что они зачастую идут своими слабым рядом, слабыми качествами. Это так называемые мнимые силы. То есть то, что человек думает, что у него это сильное, но у него это по факту не является таковым. У тебя это красный, женский, синий и черный. Красный, женский – это масштабирование, это создание комьюнити. Это, например, Ольга Бузова, у нее яркий красный женский потенциал. И вот заметь, она вокруг себя сделала комьюнити, ведь ее половина ненавидят, половина обожают. Да. Вот это именно качество красного женского. То есть и у тебя нет, ты распространяешь знания, информацию на людей, но создать это комьюнити не твоя задача. Для этого тебе нужно будет привлечь партнера, ну, человека, который это создаст. Синий потенциал – это вот ченнелеры. Вот Ира является ярким синим потенциалом. То есть это человек, который это духовный лидер, это тот человек, который знания несет. У тебя это не сильное качество. То есть ты должна понимать, что все знания мир тебе всегда предоставит. Просто будь готова к ним. Ты хочешь прокачать там свое какое-то качество, просто условно вслух проговори, я готова, я принимаю решение, что я готова это качество себе прокачать, я готова получить такую-то информацию. И потом смотри, мир тебе какую-то там рекламу, кто-то тебе скажет, так далее, так далее, так далее. То есть тебе не нужно самой пытаться выуживать информацию и быть самим духовным лидером. Это не ты. Отпускаешь. Ну, у тебя это хорошо, как бы все нормально, но просто очень часто люди, когда им делаешь разборы, они, ну, наоборот, всю жизнь там пытался быть духовным лидером и так далее. Хорошо, теперь давай поговорим непосредственно о тех моментах, которые тебе нужно, так скажем, у себя прокачать, чтобы выйти на свою реализацию вот этих вот подсознательных всевозможных элементов. Тебе, ну, вообще, чтобы начать выходить на свою реализацию, прежде всего нужно сейчас набирать свой канал. Тебе свою аудиторию надо искать, потому что здесь ты реализуешься. Здесь у тебя реализуется, у тебя нашел там потенциальный сценарий, мы его назвали «Тамада на свадьбе». Ты веселая, ты классная, ты за это зарабатываешь, но аудитория не твоя. Слушают не тебя. Но имеется в виду, да, ты должна делиться знаниями. Вот. И для этого тебе нужен свой канал в Ютубе, ТикТок. Твоя платформа ТикТок вообще шикарно будет заходить, обрати на нее внимание, потому что там ролики, которые
в которых ты можешь именно тему самореализации, развития, подсознания, mm-hmm. вот это тебе нужно в этом направлении подумать. Но опять же, это после подсознательных проработок того, что я скажу. Это эти физические действия сейчас говорю, которые тебе нужно делать. И, соответственно, тебе нужно начать привлекать свою аудиторию и в этом развиваться. Свою аудиторию, которые будут счастливы боготворить именно тебя за то, что ты есть и так далее. Поэтому вот проект с тайной жизни, это также может быть реализацией твоего в будущем. Это может быть часть твоего проекта. То есть тебе может быть вот эта команда, эта система помочь вырасти. Но ты должна понимать, что ты лидер в своем проекте. Ты тот человек, который создаст эту игру. Ты тот человек, который найдешь все компоненты недостающие. На тебе он основан. Ты основа. Ты личный бренд. Ты тот человек, ты лицо и так далее. Тайна жизни может тебе в этом помочь просто. Просто ты должна это понимать. А для этого, опять же, нужно принять ответственность за это. Нужно проработать эти подсознательные программы, которые сейчас я расскажу, и начать двигаться в этом направлении, не сливать за это ответственность. Сейчас у тебя за этим грешок. Да, есть такое. Ну, теперь о самом интересном, о твоих подсознательных каких-то моментах. Смотри, у тебя есть такой сценарий «Мастер на все руки». То есть ты пытаешься сейчас вот за все хвататься чуть по чуть, потому что это интересно тебе, это интересно, вот тут ты чуть-чуть сделал, вот тут чуть-чуть. То есть ты не можешь углубиться в свой процесс не можешь углубиться, вот найти это свое дело, в котором ты погрузишься, в котором тебе не надо будет, потому что сейчас ты и Access Bars, и вот это ты делаешь, и вот это ты делаешь, и вот там, и, ну, и женец, и на дуде, там, скажем. То есть, и, ну, вот этот, то есть, потому что тебе нужно новаторство. Вот этот красный мужской, он заставляет тебе хотеть новое, новое, новое. И поэтому вот тебе интересно то этим заниматься, то этим. А когда ты найдешь свое, когда ты уберешь этот сценарий, ты сможешь погрузиться в процесс, ты сможешь свой процесс сделать таким, что там будет каждый день просто новый мир для тебя прежде всего. Ну и для твоих клиентов. Сейчас на этом не можешь сфокусироваться, потому что расфокусировка идет. А также есть такой сценарий, как делать по-своему, делать наоборот. Это было с записью видео. У нас было проблематики, все, что было вообще. То есть все было с записью видео на данный разбор. Да. Вот этот сценарий внутренний, он идет, опять же, из школьных. Школа в нас вкладывает очень много всего. Это у нас в нашем большом коучинге, это отдельный блок проработка школьных сценариев. Потому что там идет, ну, из нас школа не делает личностей, она делает посредственности. Да. И вот, в частности, делать по-своему, делать наоборот, это вот сценарий оттуда. То есть ты как бы одновременно, как внутренняя бунтарка такая, красный мужской, твой, ах, я сделаю по-своему, что я там буду кого слушать, то есть, и в то же самое одновременно хорошая девочка. И вот это вот в скопе создает... Да, у меня есть такое. Ты не то, что бунтарка, ты просто по чуть-чуть делаешь не так, и это на выходе просто не то получается. Ну, как бы... Чуть-чуть не то. Не, да, не туда, не сюда. То есть это не полноценное бунтарство, что ты там сломала систему, а просто чуть-чуть. Просто затупила. Какие еще есть у тебя проблемы негативные? У тебя есть сценарий «Я лучшая». То есть он у тебя, ну, он у тебя не очень ярко прослеживается, он у тебя больше такой в глубине, это второй пласт твоих болячек, ну, то есть он не самый яркий, но он у тебя есть. То есть что он делает? Тяжело увидеть свои ошибки. В принципе, да, у меня нет проблем, все у меня ништяк. У всех есть проблемы, и у всех, если покопаться, есть. Твое подсознание не пускает, оно как бы закрывает. Это сценарий «Я лучшая», он закрывает слабые моменты для тебя, прежде всего, самой. Потому что ты же лучшая, ты же кайфовая, классная, все у тебя и так здорово, потому что ты уже достигла чего-то, и это правда, это так. Но пока человек, у него этот сценарий, к сожалению, не видишь свои слабые точки. Сама их, ну, то есть не можешь в них углубиться, чтобы достигать новых уровней. То есть, поэтому, в принципе, достижение каких-то недостижений, а совершение ошибок бьет по самооценке. Сделал ошибку, ну, дискомфорт. То есть, а это ошибка, это часть пути, это нормально. То есть, в принципе, на сознании ты это понимаешь, но когда их делаешь, что-то все равно не так уж и кайфово от этого происходит. Еще момент один. То есть, по поводу денег. Это касаемо всех зрителей. Если вы считаете, что деньги – это ресурс для достижения цели, если вы считаете, что это возможности, то сейчас я вам расскажу, почему это не так и как это влияет на вас. Ну, ты так считаешь, что это возможности, это ресурсы для достижения цели. Да, было. Деньги – это обратная связь миру, то есть обратная связь от мира, насколько человек ценит себя и насколько он дает ценности миру. И вот это как раз таки обратная связь. Деньги – это обратная связь. Поэтому если у вас нет денег, I'm so sorry, вы просто ни хрена ничего не делаете ценного. А если человек делает там минимум действий и получает просто дохренелионы, да потому что это его микродействие, оно делает такие, вызывает последствия в мировом, там, в мире и так далее.
Поэтому, если у вас нет денег, то значит, вы просто не даете эту ценность. Примите ответственность на себя и начните двигаться, исходя из этого обстоятельства. Потому, ну и вот, соответственно, то есть деньги, они очень сильно переплетены, я это прям здесь больше буду смотреть, переплетены с верой в себя и развитием своих потенциалов. Потому что, ну, достижение твоих денежных целей, оно непосредственно, ну, как бы оно гармонично приводит к твоей реализации всех потенциалов. Когда ты понимаешь, что это моя ценность, это ценность, которую я несу, и мне мир за это платит, ну, деньгами. Потому что когда ты это возможности, особенно, знаешь, деньги ко мне не приходят. То есть я, условно, отдаю, что за деньги, почему они ко мне должны прийти, почему они не прийти. То есть не моя это ответственность, не я руковожу парадом, что ко мне придут деньги или не придут. То есть все, и человек скидывает ответственность и так далее. То есть нужно понимать, что это ценность. И тогда, достигая финансовых планок, финансовых каких-то целей, да и любых целей, вы будете расти гармонично во всех своих сильных качествах. И в том числе будете достигать, ну, финансовых каких-то благ. Понятно? Да, то есть это да. очень такая тоже программа, которая в нас встроена, ну, очень глубоко. То есть конкретно по потенциалу, что надо делать, чтобы были деньги? Ну, это можно и это рассказать. У тебя, чтобы были деньги, тебе нужно, прежде всего, у тебя деньги в зеленом, в помощи людям. Тебе будут платить за то, что ты будешь людей трансформировать, помогать им. Вот за это тебе будут платить. То есть тебе будут платить не за то, что тебя все знают, а за то, что ты помощь людям оказываешь. Ну, вот так. У меня, допустим, оранжевый в первом ряду, мне будут платить за то, что я бизнес создам. Вот мне непосредственно за бизнес созданный, а у тебя за помощь людям. Вот у тебя в этом деньги. Здравствуйте, вы на канале Тайной Жизни, сегодня я в гостях у пары, которая помогла раскрыть собственное предназначение, выйти на новый финансовый уровень и раскрыть потенциалы в разных сферах большому количеству людей. Ирина и Василий, здравствуйте. Здравствуй. Я знаю вашу личную историю, историю знакомства, о том, как вы знали, что вы встретитесь, не будучи еще даже знакомы друг с другом. И, в принципе, вот эта синергия вашего союза помогла вам создать уникальный продукт, которым вы сейчас помогаете действительно большому количеству людей. Собственно, хочется узнать вашу личную историю, с чего же все началось. Я ее знаю, хочется поделиться с нашими зрителями. Хорошо, сейчас поделимся. Хорошая история. Как мы познакомились? В принципе, наше знакомство, оно было заранее, так скажем, предначертано. У нас в истории нашего знакомства много мистики, магии и всего подобного. Когда-то я был женат, у меня были бизнесы, я занимался, там, работал по найму в компании Мегафон, такая есть большая компания. И вроде бы все здорово, все классно, все здорово, шикарно. До момента, пока супруга пришла и сказала: все, я от тебя ухожу. И я понял, что у меня все разваливается, и у меня все, что весь мой тот карточный домик, который я создавал, оказался вообще такой ерундой. Бизнесы развалились, какие-то продались, на работу ненавижу, жена ушла, дно. Хотя со стороны было все круто. В этот момент я понимаю, что нужно что-то менять, начинаю предпринимать какие-то действия, связанные с работой с собой, саморазвитие, копание своего предназначения, там, всевозможные типологии начинаю изучать. Это меня, так скажем, сподвигает, что я собираю силу воли, увольняюсь с достаточно высокого места и, там, будучи там, с каким-то маленьким бюджетом, улетаю на Бали искать себя. Классическая ситуация, мне кажется, на Бали. Всегда хотел просто пожить в Азии, и вот решил реализовать. И прилетев на Бали, я сейчас со своей стороны расскажу, и потом да, Ира добавит. Прилетев на Бали, то есть я как раз летел сюда с аспектом, что найти девушку. Жена-то ушла, и не получалось, с кем заводил отношения, не получалось. И уже на Бали, поняв, что тоже что-то не получается, что-то не складывается, мне приходит в один момент просто жгучее желание, что надо лететь в Россию, возвращаться в Сочи. Я родом из Сочи, ну не родом, а жил в Сочи. Надо срочно ехать в Россию. Срочно ехать в Россию за девушкой. Вот прям жгучее желание. Я покупаю билет, лечу назад в Сочи, прилетаю в Сочи, говорю друзьям, я буквально на пару месяцев просто за девушкой и назад. Они говорят, ну конечно, конечно, много таких было. И как ни странно, что действительно в рамках 2 месяцев я знакомлюсь с Ирой, и мы молниеносно с ней... Союз наш скрепляется, и мы дальше летим там в Питер и на Бали и так далее. Да, теперь я расскажу свою часть истории. Да. Я до знакомства с Васей уже занималась работой с подсознанием, то есть училась перестраивать свою реальность, меняя настройки в своей голове, условно. И как бы прорабатывала несколько сфер предназначения, потом плавно перетекла в проработку отношений.
И получается, до этого я, ну, честно, я не знала, чем заниматься мне по жизни. Я там зарабатывала 10 тысяч рублей в месяц. Я голодала по несколько дней в неделю. Не потому, что я там великий голодатель, а потому, что мне денег не было купить еду. Вот. Но при этом я как бы уже нащупала, ну, то, что мне нравилось, работать с подсознанием. И я видела... Ну, и я начала потихонечку менять свою реальность, и у меня начали открываться способности, ну, как бы, общение с высшими силами, общение с духами, с душами других людей. Вот, я начала там видеть прошлые жизни, через это прорабатывать настоящую жизнь и так далее. И, получается, был момент, когда я 4 месяца реально с утра до ночи прорабатывала у себя тему отношений, потому что, ну, как высшие силы мне сказали, что ты сначала встретишь мужчину, потом выйдешь на свое предназначение, потому что он тебе откроет тебя, условно. Вот. И, а у меня были очень сильные проблемы с мужчинами, потому что я просто... Ну, мне подруги всегда говорили, где ты находишь этих козлов и мудаков, на каких ярмарках. И действительно, ну, мужчины мне попадались очень негативные, вплоть до того, что я там на 3 года вообще отказалась от отношений и вообще думала, что мне отношения не нужны. Я вся такая просветленная и магическая, зарабатывающая 10 тысяч рублей в месяц. Вот, потому что я там... Ну, прошла тоже кучу тренингов и всего, и мастер рейки, и мастер по волновым практикам, там, ну, короче, изучала тоже. Я называю мастер по всему. Если какая-то новая или какая-то приходит... Мастер Таро. Мастер чего-то, да, я говорю, ты этим в этом мастер? Да, у меня есть корочка, да, и в этом у меня есть корочка. Мастер всего, всех наук и дисциплин. Да, и получается... Ну и да, я занималась саморазвитием, но в моей жизни ничего не менялось, да, кроме, ну, мастерства медитирования. Вот. И когда я начала именно работать с подсознанием, тогда реально пошли сдвиги в моей жизни, пошло изменение ее кардинальное. И там был целый квест 4-месячный, меня направляли выше, подсказывали, что прорабатывать, как проработать свое подсознание, чтобы, ну, настроиться на свою вторую половинку. Вот. И когда я это все проработала, у меня были большие комплексы по внешности, там, комплексы потому, что он не захочет со мной общаться, потому что я там бедная и нереализованная, да, там, ну, много всяких таких комплексов, которые очень часто встречаются у девушек. Ну вот я сейчас работаю, и точно так же мы эти моменты прорабатываем. Вот. И пришел момент, ну, я тогда чуть больше стала зарабатывать, и я тогда почувствовала, что вот я готова, короче, его встретить. Вот не знаю, каким образом, но готова. И я почувствовала, что мне нужно лечь, и я не встану условно с дивана, пока его не встречу. Потому что, ну, получается, за 2 месяца до нашей встречи я начала общаться как бы с его духом, чувствовать его дух, и он тоже начал меня направлять. Он, например, мне сказал, что твой мужчина не будет фрукторианцем, как ты хотела, потому что я там фрукторианка уже, ну, сыроедкой была 4 года, уже фрукторианкой была на тот момент 1,5 года. И, ну, у меня была это прям пунктиком, что мой мужчина тоже должен быть на здоровом питании. Ну, в общем, он... У меня было отношение к здоровому питанию, но в основном в тот момент не зависит. Ну, да-да-да. Вот. И получается, ну, мне сказал, как бы, дух Васи, что он будет пить, курить и все такое, и есть мясо. Да, но я его... Ну, я помогу ему перестроиться, короче. Что мне нужно это принять, что я познакомлюсь с ним в первый, что мы познакомимся через Инстаграм, ну, то есть я уже знала, какая у него будет внешность, его черты лица, его там глаза, волосы, ну вот. И получается, вот когда тот момент подошел, я реально легла с мыслями, что я не встану без него. И потом я просыпаюсь в 3 часа утра, хотя я обычно не просыпаюсь в 3 часа утра, вот, и подхожу к телефону, тоже непонятно зачем, в таком полусонном состоянии, и смотрю, а мне подруга скинула его аккаунт и говорит, смотри, он похож на твоего, а она тоже как бы видела прошлые жизни и тоже, ну, его видела в прошлых жизнях. И я такая, да, похож. Значит, они за мной следили толпой.
Да. И я вижу, он занимался векторной психологией на тот момент. А мне были интересны различные типологии, я тоже прям максимально изучала там их human design, и эволюцию, и соционику, и так далее. И получается, я такая, о, интересная векторная психология. Мне они там говорили, хотела ее изучить. И я им написала, что типа, мне нужен бесплатный твой курс. Я хочу к тебе пойти на курс, но... Если бы я знал, что ты меня обманываешь с первых... Но я не обманывала. Ну, в смысле, я хочу пойти на твой курс, но уже бесплатно, да? Мне было реально интересно. Уже твоей женой я хочу пойти на твой курс, да? Ну просто да, я уже знала, как все будет. Вот. Но мне было действительно интересно, потому что мне высшие сказали, что именно Вася мне откроет мое предназначение. Вот. Потому что до этого я занималась подсознанием, ну так, себе, друзьям и всем вокруг бесплатно. Вот. И уже тогда на тот момент помогла там паре людей встретить свою вторую половинку, кому-то там на новый уровень дохода выйти, но бесплатно. Вот. И получается, ну, в общем, я ему написала, потом с утра встала и вспомнила, что я ему написала ночью. А в здравом уме я бы не написала с моей застенчивостью на тот момент. И он мне ответил и пригласил меня гулять, и все, с этого момента мы... Ну, я ему там на третий день рассказала о том, что мне выше... Ну, короче... Что я разговариваю с высшими, слышу духов и так далее. И как ты на это отреагировал? Сразу, что беру чемодан и ухожу. Ну, так как я был в своей квартире, думаю, уходить мне некуда, ладно, останусь. Уходи ты, да. Уходи ты со своими. Самое, что удивительно, что я в тот момент как раз-таки начал уже заниматься тоже работой с подсознанием, и я искал людей, мастеров, которые могут со мной поработать, потому что, ну, адекватных не мог тогда найти в то время. То есть одни у меня были мастера, но они были в Москве, я был в Сочи или там на Бали, то есть, и вот искал, и... Соответственно, когда узнал от Иры, еще и разговаривать с высшими, шикарно, упакуйте две. То есть, ну, наоборот, у меня это все... Тебя не смутило? Сработало как шикарно. Да, самое интересное, что до этого мне встречались мужчины, ну, я притягивала таких мужчин, которые максимально были против. То есть я даже начала встречаться с одним мужчиной, который был вообще против этой всей темы, и я поняла, что это же моя установка в голове, этому... Это провоцировало. И когда я ее проработала, я встретила Васю, который... Ну, мне очень страшно было ему рассказывать. Мне прям очень... Ну, он просто начал меня подозревать, там, не с меркантильной ли я стороны подхожу, потому что... Это было не так. Было вообще не так. Ну, просто ты меня сел, спросил, и мне пришлось рассказать всю правду. А что значит сел, спросила? Там было, что, ну, во-первых, меня смутило, ну, как бы Ира, она очень молодо выглядит, и сейчас она еще подраскрылась, ну, женственнее стала, а тогда, ну, очень юно выглядела. И, соответственно, первое, что сколько тебе лет, точно ли тебе там 20, там, сколько ты заявляешь, и наш внутренний диалог, мы сейчас об этом, наверное, поговорим, про наше подсознание, он создает у нас огромное количество, в том числе сомнений и подозрений, в том числе мой внутренний диалог, мои программы начали меня подтачивать, типа, не та. То есть задача этих внутренних программ, наоборот, чтобы ты не вышел на свой путь, не соединился со своей второй половинкой. Соответственно, у меня начались какие-то моменты подозрения, наверное, я уже, честно, это не помню, но коль говорят, люди врать не могут. И, соответственно, я ей, видно, что-то сказала, и она мне рассказала, откуда вообще все ноги растут у этой всей истории. Почему у нас так быстро все закрутилось? Просто в первый же день знакомства мы уже начали жить вместе. Первый день знакомства вы начали жить вместе. Практически, да. И, соответственно, через неделю мы уже улетели в Питер, на Бали. То есть через неделю знакомства уже все. Мне хочется вот понять вообще, более раскрыть тему. Относительно я общаюсь с высшими. То есть мы когда с тобой встретились, мне было сначала не очень понятно, то есть есть система потенциалов, окей, это система развития человека, что-то похоже на коучинг, на курсы, но более, ну, как бы, знаете, стандартный такой набор, то есть вот это система... просто информация, это просто знание, определенного вида знания, которое можно, если ты выучишь, ты будешь знать это, и ты будешь им пользоваться. Да. Но здесь все гораздо интереснее, потому что мне Ира сказала... Система потенциала человека тоже интересная. Это мое направление, она тоже очень интересная. Но мне просто вот Ирина... Ну, я понимаю, что я проигрываю в конкуренции, конечно, Ире, с ее высшими, мне туда пока что... Вот, и хочется просто понять, что такое я общаюсь с высшими. Что такое я общаюсь с высшими? У нас
как раз-таки по системе потенциалов, да, ну, буду приводить пример системы потенциалов, потому что систему потенциалов нам передали тоже высшие силы, и я ее условно просто записала. То есть есть люди с определенным потенциалом, ну, есть 9 различных потенциалов, но об этом поговорим, я думаю, еще позже. И вот есть люди с определенным потенциалом подключаться к источнику, да, то есть к общему информационному полю Земли, подключаться к духу других людей. У нас у каждого есть свой дух со своим внутренним опытом, со своим путем, и можно с ним также общаться, получать от него знания, потому что он хранит в себе знания всех твоих прошлых поколений, то есть он очень мудрый, и у каждого человека есть свой дух, да, с которым можно общаться и считывать информацию, получать опыт, получать какие-то навыки даже. Как выглядит этот дух? Ну, я не могу тебе сказать, как он выглядит, потому что вот этот потенциал, он слуховой. То есть ты слышишь, ты не видишь. Это похоже что-то на интуицию, внутренний голос? Ну, можно сказать, но более явно. Ты слышишь, это более если явно. У каждого потенциала есть уровни развития, и вот, соответственно, это синий потенциал за это отвечает. В пример, чтобы люди понимали, это, например, Вадим Зеланд, яркий представитель синего потенциала, то есть получил трансферсинг реальности, не сам он ее создал. Mm-hmm. Человек, который Human Design создал, он тоже получил знания, просто за... ему передали. Mm-hmm. Менделеев, ему просто передали таблицу. То есть не люди сами создают новые знания, их передают. И просто у кого потенциал этот не реализован, как бы он работает, они, ну, им кажется, о, я придумал, мне во сне приснилось. А те, кто немножко по этот потенциал развития, прокачивания на новом уровне, так скажем, развития, реализации, то люди понимают, они слышат. Угу. Они физически слышат данные качества. Ну да, нужно данную информацию, что... то есть, и... У каждого человека есть свои суперспособности, да, условно, и можно их раскрыть и развить. У кого-то есть способность ясновидения, он может видеть, видеть тонкие тела, поля, в том числе там и дух может видеть сущности определенных, да, и может с ними взаимодействовать определенным образом, на них влиять, целить, то есть это люди-целители, им нужно видеть для того, чтобы уметь исцелять это все. Они, ну, хорошие знахари-целители. Есть там люди с фиолетовым потенциалом, которые чуют, у них нос хорошо работает. Если у зеленых глаза, то чуйка, чуйка работает. Что ты здесь вынюхиваешь, такие фразы? Да. Наши фразы, которые мы используем в жизни, они очень явно переплетены с этими потенциалами. Вообще, эта система потенциалов, она, это не новая информация, хотя ее нигде нету, кроме как нас, и мы ее только распространяем в местности, мы ее, наша задача ее в мир внедрить. Возродить. Но она, это была информация. Эта информация была у наших предков, и они ей пользовались. Но да, она была утеряна, и сейчас через нас ее передают, ну, восстанавливаются эти знания. И многие поговорки, многие информация, ты проводишь аналогию с тем, что нам передают, и понимаешь, откуда ноги растут. Что ты здесь вынюхиваешь? Это фиолетовый потенциал, он как бы сканирует пространство, он сканирует на безопасность. То есть его реализация — это безопасность того, где он находится, сообщества. Это, ну, такие серые кардиналы, да, которые направляют на свой путь человека и так далее. Вот. И, ну, у меня этот потенциал, например, тоже есть и у Васи, да, поэтому мы людей выводим на свой путь, помогаем им выйти именно к своему предназначению. Нам легко сканировать, то есть мне легко сканировать людей, и со стороны это кажется, что, ну, ну я экстрасенс, потому что, ну, как ты можешь... Ну, сама помнишь, да? Да, конечно. При первой встрече, да, когда ничего не знает человек, и о нем рассказать можно, да, огромное количество знаний. Да. Потому что, то есть, наши вот эти знания системы потенциала человека, ее может использовать каждый. Но у кого есть фиолетовый потенциал, есть предрасположенность к этому. Поэтому со стороны это кажется, ну, экстрасенс. Ты знаешь, мне очень срезонировал тот момент, когда мы вообще первый раз познакомились, действительно, определенные ваши знания, данные обо мне и просто вообще манера поведения, то есть вы очень хорошо так сразу считали меня и для себя подчеркнули то, что, как себя вести, скажем так. И это очень срезонировало и заинтересовало меня именно в системе, потому что я, как это вижу, что на самом деле, когда человек вот понимает вообще свои потенциалы развития, это как признание того, что это есть, и, соответственно, это как люди нового поколения. То есть это как супергерои, у каждого есть, да, свои, да, да, четкие какие-то суперспособности. Mm-hmm. То есть это про то, что, о, ты можешь видеть, ты можешь слышать, ты можешь там, ну, условно, yeah, летать. Спать, я, ты же. Да. И то есть это вот действительно экономит время на то, что человек не берет не свои способности, не развивает те потенциалы, которых у него в принципе нет. И это объясняет очень многое, потому что когда мы делали разбор с вами, были действительно моменты, которые я в себе подавляла.
То есть они как бы прорываются, они в определенные моменты моей жизни, они так или иначе себя проявляют. Но я почему-то думаю, я себе выдумала другой образ, да, скажем так, идеальный себя. Идеальный образ – это одна из проблематик, да, людей. Вот, и просто выдумала себе образ, такая, так, этого у меня не будет. Да. Оно проявляет, такая, нет-нет-нет, мне нужно от него отказаться. А здесь, и ты мне очень хорошо объяснил, что когда мы понимаем свои потенциалы и начинаем акцентироваться на том, что у нас хорошо получается, да, ты такую еще фразу говорил, что… Если ты прокачиваешь свои сильные качества, да, ты становишься сильнее. Если ты прокачиваешь слабые качества, то ты становишься слабее. Это один из моментов, которые, к сожалению, сейчас многие, ну, не учитывают на курсах, всевозможных тренингах. Наоборот, прокачайте свои слабые качества, да, давай, давай. Да. Нет. Это еще, опять же, ворует наше время, да, потому, да, что в тот момент, когда мы делаем на наши слабые качества, наши сильные, они просто стоят. То есть это статика, там нет вот этой прокачки, и, соответственно, движения нет, потому что ни туда, ни сюда мы, ну, попусту, получается, энергию свою расплескиваем. Тратим время жизни. Да, да, да. И получается, ну, есть люди с синим потенциалом, у которых главный орган – это слух. Они слышат чуть больше, чем другие люди. То есть они слышат инфразвуки, да, которыми там киты друг с друг другом там общаются через океаны. Да. То есть как зеленые, они могут видеть больше цветов, да, чем другие. Там фиолетовые вынюхивать больше, там, ну и так далее. Они фиолетовые чувствуют феромоны. Да. Они считывают человека внутри, да, то есть, да, ты, да, можешь вести себя, ты можешь визуально все что угодно делать, пытаться там в каком-любом образе быть, но ты выделяешь определенные феромоны, или человек с фиолетовым потенциалом, он это чувствует. Mm-hmm. Просто когда он умеет пользоваться своим качеством, он понимает, что это, а когда не умеет, ну, какое-то предчувствие, ой, ну и ладно, и не работает, ну, какая-то ерунда, да, то есть, вот, ну, такой момент интересный, да, и мы как раз выделяем всевозможные феромоны. Я думаю, все а знают, фиолетовые, да, что феромоны наоборот, влияют. Минимум выделяют, да, феромонов всяких, поэтому, да, их сложнее считать. Как только он появляется в каком-то коллективе или там на рабочем месте, то у людей начинает включаться работоспособность, потому что они чувствуют подсознательный страх, они не могут сосканировать подсознательно человека, и они начинают тогда больше, там, лучше, продуктивнее работать, да, или, да, там, ну, действовать согласно каких-то норм и правил и рамок, потому что они подсознательно не, да, могут считать фиолетового. И вообще, мы когда делаем разборы, это удивительно, если ты понимаешь, что человека не получается разобрать какие-то моменты, такие, ну, что происходит, потом выясняется, что у него просто фиолетовый, и он как работает? Он подсознательно делает, закрывает, чтобы его не узнали, чтобы его не считали, то есть безопасность он свою так создает. А человек, по идее, я сам записал видео, там, ну, для разбора, для нашего, но он это делал подсознательно так, чтобы ты не понял, какой он. И это, конечно, думаешь, ну что ж ты, зачем ты так делаешь? Ну, это может быть бессознательно. Конечно, да, это, да, все бессознательно происходит, да. Вот, и, ну, вот эти высшие, да, о которых я говорю, это условно наши предки, да, из моего рода, которые прошли уже путь развития человека, стали более развитыми высшими существами, и они передают мне знания о том, как эволюционировать, как тебе эволюционировать, переходить на новую ступень развития, потому что даже, ну, у нас в основном мы людей переводим на новые финансовые уровни, но даже финансы непосредственно связаны с реализацией своего предназначения. Если человек не развивает свои сильные качества, он не может расти в финансах. Или иногда человек, например, развивает одно свое сильное качество, растет очень сильно в финансах, но два других становятся его ахиллесовой пятой, и он падает. И он там год там зарабатывал 16 миллионов, ну, у нас есть такой, да, а тут раз скатился, и все в ноль, и снова там я ищу себя в поиске себя, потому что два других качества не реализовывал вообще. Ну да, еще момент, что именно из-за этого, что человек реализует только одно свое качество, у нас три сильных качества, три потенциала силы. Но из-за того, что он реализовывает только одно, которое отвечает за деньги, он может быть состоятельным, просто дохренелиардером, но при этом у него проблемы со здоровьем, проблемы с семьей, с отношениями, у него другие сферы просто страдают, потому что за них отвечают другие его сильные качества, а он на них забил. Но он не реализует их никак. И, соответственно, все. Вот оттуда и происходит, что богатые несчастливые, богатые одинокие, богатые, потому что они не реализуют себя согласно своего предназначения полного, они реализуют согласно своих денег. Да, и вот как бы в основном на бизнес-тренингах прокачивают вот это, да, одно качество. Есть оранжевый потенциал, это кожный потенциал, потенциал охотника, потенциал предпринимателя, да, бизнесмена. Для них задача зарабатывать деньги, это их внутренняя ценность. Да. И прокачивая только его, можно расти в финансах. Но мы используем методику именно деньги и предназначение. То есть мы связываем, то есть
мы человеку помогаем развиваться как бы гармонично, полноценно, развивать все три потенциала, развиваться по уровням, чтобы, ну, условно, там, стать богатым не на хайпе на полмесяца, а навсегда. Вот, и чтобы постоянно расти в своем развитии, и именно с эволюционной точки зрения, то есть эволюционировать. Вот, и мне высшие передают именно информацию по уровням развития, по подсознанию, да, то есть какие у нас негативные есть сценарии жизненные, которые мешают нам выходить на новый виток развития по своим потенциалам, там, по отношениям, по финансам и так далее. Вот, и я сейчас как бы, я, ну, это на самом деле, это удивительно и невероятно, когда ты получаешь информацию, которую, блин, ты никогда не мог бы до этого додуматься, ну, да, ты никогда... Это не просто удивительно, да. Это, я понимаю, что многим нашим зрителям это будет сейчас тяжело просто взять свою картину мира, потому что, ну, вы понимаете, да, что момент того, что мне сказали это высшее, это, ну, даже для меня, то есть, насколько у нас большое количество мастеров, я с большим количеством людей, которые имеют так называемые способности. В принципе, вот разговор с высшими для меня до сих пор остается очень загадочной темой, потому что вот даже тот момент относительно того, как ты понимаешь, что тебе говорят об этом высшие, а не твой разум, не твое сознание, не Вася там шепчет тебе. Не гиконы, в конце концов. На самом деле это долгая тренировка. У синего потенциала тоже есть уровни развития. Вот первый уровень развития — это уровень сумасшествия, на котором практически все синие находятся. То есть в основном люди на первом и втором уровне развития своего синего, они либо в сумасшествии, это вот, ну, все видели таких эзотериков, я общаюсь с высшими, да, я такая, там, ну, ченнелер. В худшем случае это шизофрения, которая в больницах лечит. Это, то есть, это не болезнь, это просто у человека проявляется его сильное качество, он не умеет им пользоваться, и, соответственно, наши любимые доктора и вообще люди из системы, они: «О, дружочек, тебе вот таблеточек, да, тебе в больницу». Да, тут нужно... это подавляет. Это просто подавление его сильного качества. Поэтому тоже, почему люди, которые могут быть гениальными, они вот на какой-то грани. Он то и гениальный, то он больной. То есть, ну, как бы, он или идиот, или гениальный. Это как раз такие люди с синим потенциалом. Он на грани. Он, да, много сумасшедший, и в то же время он может такую идею создать, которая просто человечество... перевернет. Честно говоря, когда я узнала, в принципе, что ты ченнелер, да, если это правильно так говорить, mm-hmm. в принципе, что ты общаешься с определенными силами, которые находятся, скажем так, не в этом плане, да, а в более тонком, меня это немного, ну, то есть я так насторожилась. Но когда я узнала, что ты обучалась у академика Лосева, mm-hmm. Здесь я более стала открыта к тебе по той причине, что я брала у него интервью, и это просто удивительный человек, ну, действительно. То есть это тот человек, он просто такой зашел, на него смотрю и понимаю, да, это оно. То есть настолько чистый поток информации идет, то, что он говорит, в один момент он рассказывает очень большое количество там историй, что была регрессия, и женщина вспомнила себя в прошлой жизни, что она была цветком, который съела корова, uh-huh. и она не успела расцвести, и поэтому она не может до конца реализоваться в этом мире. Я в этот момент сидела и думала, что? Он говорит, кто-то там думал, что он камень или что-то еще. И я не понимала, что это. Но мы делали с ним тоже практики. Uh-huh. У нас есть практики, в принципе, на каналах. Тайны жизни тоже uh-huh. наши зрители могут найти. И это работает. Это настолько... То есть это даже не на уровне, ну, то есть нейронных связей, это что? Такая глубокая перестройка внутри идет, и я в моменте, учитывая, что я проходила, опять же, большое количество практик, не понимала, то есть как бы мозг мой не мог объяснить, что это сейчас mm-hmm. произошло. Потом я, ну, как бы анализировала и понимала все-таки, что это процесс. Раскрытие твоей способности как общение с высшими, оно началось именно после этого обучения или это было до? Да, смотри, у меня, в принципе, да, вот я недорассказала про уровни развития, да, вот да. первый уровень шизофреника, да. И, ну, сумасшедшего, и получается, как происходило раскрытие. То есть нужно понимать, что ты сразу там не становишься великим гуру ни в чем. То есть любой навык — это тысячи часов тренировки. Вот. И я точно так же свой навык тренировала, да, то есть все началось с детства. В детстве я... В принципе, слышала как бы высшие силы, но я
ну, точнее, не высшие силы, я слышала все вокруг, и темных существ, и светлых, разных. Вот, они мне определенно, ну, что-то там подсказывали, где-то я не различала. Это как всё. Это выглядело на практике? То есть, может быть, кто-то из наших зрителей узнает в этом себя и поймет, что этому имеет место быть в этом мире? Ну, это выглядело, может быть, как голоса в голове. Но я не могу это описать, потому что ты понимаешь четко, что это кто-то с тобой разговаривает. Но ты не можешь его ни увидеть, ни, ну, никак не можешь. И ребенком ты же еще и не осознаешь ничего. Ты просто играешься, да, то есть. И там мне, например, эти существа говорили там ни в коем случае никому не рассказывай, потому что, ну, тебя могут куда-нибудь засадить и так далее. Ну, потому что в обществе этот потенциал... Ну, нужно понимать, что вот есть потенциал фиолетовый и синий. Синий — это потенциал жреца. То есть это жрец, это, ну, высший духовный проводник, духовный наставник, которые, ну, восстанавливали связь между земным и небесным. И они, ну, в общем, помогали поддерживать баланс в этом мире, помогали ему не развалиться, помогали его восстанавливаться, жить. И есть фиолетовые, это правители, тоже это очень сильный потенциал, и через него, ну, люди правили, да, выправляли все, то есть, чтобы человек не сходил со своего пути, чтобы все гармонично развивалось. И эти два потенциала сильнее всего задавливают. То есть синих садят сразу в психушку, фиолетовых, ну, настолько забивают, что им кажется, что все судьба, вот карма, судьба и так далее. И люди просто плывут по течению и не становятся правителями своей реальности, не учатся создавать реальность. А реальность можно реально выстроить вот просто как ты хочешь. То есть можно ее перестроить так, что все будет в твоей реальности так, как ты хочешь. Небольшая такая сноска, что просто, что Ира, что я, тот формат жизни, который у нас сейчас есть, мы об этом даже не мечтали. То есть это настолько, если взять там года 3 назад, может быть 4, ну это просто космос. То есть это даже в теории было невозможно. То есть и то, как мы живем, и где мы живем, и там уровни дохода. И то, как это наполняется, да, изнутри. Ведь важно не только там внешний, ну, вот этот образ, да, а то, как ты себя чувствуешь, что ты себя чувствуешь счастливым, что ты чувствуешь любовь, что ты, ну, это все реально круто. И да, есть там и конфликты, и есть, ну, разные моменты, но ты их проходишь по-другому. Тебе это интересно, тебе это воспринимается как игра, ты играешь, растешь, развиваешься. И это, ну, совсем другая жизнь, нежели, ну, многие люди проживают. Просто нужно понимать, что это у всех есть такая возможность. Это не значит, что там у нас есть фиолетовый и синий потенциал, и вы избранные. Нет, у каждого есть свое предназначение, свои сильные качества. И это, эти сильные качества, они приведут тебя именно к гармоничной реализованной жизни. Именно тебя. И все у тебя есть. Но просто тебе нужно немножко поработать со своим подсознанием, немножко раскрыть свое предназначение, сделать определенный ряд физических действий, без этого никуда. Но если ты внутри наполнен этой идеей, намерением, желанием, жгучим желанием, что я по-другому не хочу, не могу, я не хочу 20 лет там на работе, на заводе, не знаю, в офисе и потом умереть грустно, в грустном там состоянии, то можно реализовать себя, можно создать жизнь своей мечты. Для этого уже существуют инструменты. Если взять там, допустим, даже 10 лет назад, этого ничего не было. Не было ни информации, ни знаний, ничего не было. Сейчас это все есть. Но надо просто захотеть. Надо просто захотеть и начать действовать. Скажи, а с тобой тоже разговаривает высшее? Со мной разговаривает один высший. Один. Да. Это Ира, да? Это Ира. У меня другое. Нужно опять же понимать, у нас у всех свои сильные стороны. У меня другие сильные качества. У меня нет синего потенциала, у меня есть, да, фиолетовый. То есть я могу сканировать людей, я могу читать людей, я могу их предназначение оказывать. То есть, ну, я это периодически делаю в своих соцсетях, там, на вебинарах, когда я в режиме онлайн открываю соцсети и просто людям говорю то, что они сами о себе зачастую не знают и так далее. Или не признаются. А? Или не признаются. Ну, или не признают себе. И вот, у меня другие качества. У меня качество, например, желтый потенциал — это ораторство, это говорить. У меня, можно сказать, волшебный голос. Не важно, что я говорю. Главное, чтобы я говорил. Ну, я думаю, ты заметила, что за дни съемок, что
достаточно интересно слушать, интересно чувство юмора хорошее и так далее. И у таких людей, то есть их реализация – это именно вещать, именно ораторство. И, соответственно… Они могут трансформировать через голос. Через голос. То есть у меня, получается, люди, если я работаю с ними вживую, так скажем, лично, то просто с ними разговаривая, я могу убирать их установки, им приходит осознание, потому что голос волшебный. Так у Иры не работает. У тебя, ну, у тебя будет работать, если ты будешь заниматься. Да. Но имеется в виду, что мы все разные. То есть я со мной выше не разговариваю, но у меня есть другие качества, и я ими реализуюсь, ну, условно, в этой жизни. И так у всех. Но тот момент какой, что у тебя и у меня, у нас синий вот этот потенциал, он находится во втором ряду, это, то есть, наша мотивация, нам хочется. И поэтому мы слушаем Иру, такие, если бы я разговаривал с высшими, да я бы узнал бы все. А я точно так же смотрю на Васю, блин, мне бы желтый потенциал, вот я бы просто... Говорила и вещала. У нас есть три сильных качества и есть три наших идеала. Да, через которые, к которым мы стремимся, наши недостижимые идеалы. И люди зачастую путают, да, и вот они пытаются идти вторым рядом, реализовывать свои идеалы, но на самом деле они нам нужны просто для вдохновения, наполнения энергии и так далее, по чуть-чуть. Если ты реализуешь свои сильные качества, то второй ряд однозначно у тебя развивается, и у тебя хватает этого наполнения. И вот, поэтому отвечая на вопрос, нет, я с высшими не разговариваю, разговариваю только с Ирой, но я транслирую те знания, которые она получает, и поэтому и я наполняюсь, то есть она мне дает те знания, которых еще нет нигде, то есть я понимаю, что я получаю, я восторгирую, я просто шикарно, я и это, соответственно, эти знания дальше транслирую, то есть я обучаю людей, провожу вебинары и так далее, Да, но нужно понимать синий потенциал в самом начале. В начале развития люди либо его прям закрывают, отторгают полностью, что это невозможно, этого не может быть, ну, то есть, потому что у нас это очень в обществе, очень заблокировано, ну, нельзя же допустить, чтобы жрецы и правители вышли, ну, встали на свое место. Они могут сломать систему, они могут тогда людей выводить на свой путь, то есть наша задача выводить людей на свой путь. То есть, да, и получается, как это происходило, у меня, ну, было это качество, то есть я слышала высших существ, я там общалась с, не знаю, с дождиком, с ветерком, с водой, могла, ну, мне там определенные существа говорили, как будут происходить, разворачиваться какие-то события, и все это сбывалось, да, например. А можем называть, что за существа, кто высшие? Ну, то есть, чтобы... В детстве я не могу сказать, что там было, потому что, ну, не было высших существ. Что бы с тобой захотели общаться? Высшие, светлые силы, да, там, боги и так далее. Нужно самому стать сильным, нужно самому пройти определенный путь, чтобы с тобой захотели вообще сотрудничать. Зачем ты им слабый и немощный и так далее? То есть ты должен пройти определенный этап развития. То есть у тебя произошел апгрейд, и потом они на тебя вышли. Да. А кто на тебя вышел и как это было? Короче, к уровню колледжа у меня эти способности полностью закрылись, то есть вообще перестала там кого-либо слышать и видеть. Ну, у меня там была очень сильная там именно болезнь. Как раз-таки классически у людей так происходит. Как только у них проходит этап пубертатного периода, созревания, и они переходят в аспект нормальности. Да. И те качества, которые не соответствуют нормальности, они их отключают. Фиолетовый, синий, они их просто отключают. Да. И все, и они остаются инвалидами. То есть у них одно из сильных качеств не работает. То реализация сливаются, невозможна. Да? Да. Сливаются с массы. То есть они выходят, понимают, что в мире такие законы, я должен быть таким, не выбиваться из массы, и начинают просто подавлять себе это. Точно так же есть дети, которые с детства видят, да, вот эти, мама в шкафу, у меня там барабашка какой-то, да, и так далее. Ну, то есть с детства у людей развит зеленый потенциал. А потом родители им говорят, это неправда. К бабкам пойдут, там, заблокируют, там, чтобы у них там какой-нибудь испуг сняли и так далее. И мозг наш просто эту способность блокирует. Либо у человека, например, ослабевает, ну, то есть в детстве мы очень сильные, мы наполнены жизненной силой. У нас поэтому эти способности очень ярко проявляются. Но когда мы вырастаем через питание, через образ жизни, у нас, ну, просто наша сила сливается. И организм сверхспособности блокирует, потому что на них нужно много энергии. Еще вот этот классный момент, да, что как родители вообще, ну, влияют на ребенка, говорят ему, у него своя реальность, ну, в принципе, у нас у каждого своя реальность, да, каждый можем ее формировать сами, либо же ее формирует за нас кто-то другой. И в момент просто приходит человек и говорит, слушай, нет,
Реальность вот такая. Только такая и только такая. Человек такой, так, ну, хорошо. Ну, то есть кто-то говорит хорошо, да, и смиряется. Это подавление, оно идет настолько... Настолько легко и кажется невинно, да, как бы обычная фраза «нет, это не так, этого не существует». А потом нет. В проработках подсознания ты по полгода эту фразу прорабатываешь. Работа с родителями – это основной момент, который, ну, если мы начинаем с ними работать, мы все равно с этого начинается. Да. Потому что родители, конечно, не хотели нам плохого, но из-за непонимания, из-за того, что они воспитывают тебя, как воспитывали их, а их блокировали максимально, соответственно, очень большое количество времени, ресурсов, энергии нужно на убирание этих всех негативных элементов, программ, сценариев, которые с детства в нас. Самое интересное, когда ты этот сценарий подсознательный прорабатываешь, как бы способности начинают естественным образом раскрываться. Вот это интересно. И у меня точно так же произошло, что я сначала перешла на сыроедение, и это был очень большой скачок, потому что я начала вообще чувствовать энергию, я начала чувствовать себя. Мне было 18 лет, я была таким прагматиком-материалистом, у меня были красные волосы, у меня были эти берцы, я ходила в рок-бар, короче, выступала, пела, вот, и у меня были другие цели в жизни, я хотела всю жизнь проработать офисным работником, там, в 35 лет выйти замуж и так далее, ну, у меня все по полочкам было, и когда я перешла на сыроедение, моя реальность перевернулась просто. Я начала чувствовать ложь и правду физически телом. Я начала чувствовать, когда человек врет и говорит правду. Я начала чувствовать природу, энергию. До этого я там сидела в доме, ну, я могла месяцами сидеть с закрытыми шторами, закрытыми окнами максимально, такой полувампир, за ноутбуком, и все, и мне хватало. Моя реальность меня удовлетворяла. Но так как у меня, я очень сильно заболела, я, в принципе, с детства была болезненная, там у меня инвалидность второй степени была, и проблема с щитовидкой, и там постоянные головные боли, ОРЗ месяцами были. И вот к моменту колледжа я уже была настолько ослаблена, что почувствовала, что вот через полгода я умру с такими темпами, потому что у меня там по три дня в неделю были головные боли нереальные, там по 16 часов спала, я могла проснуться, заснуть в 8 вечера, проснуться в 6 вечера следующего дня. И меня никто не мог разбудить. То есть там на лбу у меня разрасталась вот здесь такая большая родинка, чесалась. Ну, там все, по всем фронтам. Кости хрустели, зубы там в кариесе и все-все-все. Это какое-то заболевание или это что-то, Это сценарий саморазрушения. То есть просто... Ну, стирается, опять же, в людей. Просто я себя убивала. Да, то есть вшиваются с рождения определенные сценарии через СМИ, через вообще систему, в которой мы живем, через систему образования и так далее. Ну, и есть такой сценарий саморазрушения. И человек, чем у него сильнее внутренний потенциал, тем он сильнее влияет на те сценарии, он условно больше энергии закладывает в те сценарии, которые в нем есть. И здесь, и в нем есть сценарий саморазрушения, просто он быстрее себя разрушает. Люди с синим потенциалом – это самые большие суицидники. Людей с синим потенциалом 30% на Земле, достаточно много, реализованных всего процент. Остальные или же забивают, или же в психушках, или суицид. А откуда эта статистика? Как ты думаешь, откуда и вся другая наша информация? Есть аналогии, то есть как бы векторная психология, она частично является... основой... Да, фундамент. Это похоже, у меня было... В ней есть фундамент наших знаний по системе потенциалов человека. Просто у нас есть определенные добавления, которые очень важны. Это вот там точечное определение предназначения. Это там, таблица вообще таблицы, потенциалов. Таблицы, сценарии. Ну, то есть, как бы, в векторной психологии этого нету. То есть, но в... Много, ну, вообще у нас очень много дополнительной информации, которая полностью делает систему потенциалов самостоятельно. Получается, у меня раскрылись способности сначала через сыроедение, я начала что-то чувствовать, слышать, там осознание начали приходить. Потом второй переход был, когда я начала заниматься работой с подсознанием, и у меня были две школы, в которых я занималась, и которые я считаю, очень крутыми. Одна из школ — это школа Лосева, вторая школа — это Солис. И через работу с ними
У меня начали раскрываться вот эти способности общения с высшими, потому что до этого я карты раскладывала, руны, и через это там считывала руны, таро, через это считывала там людей и так далее. Ну, то есть это такое, это на самом деле игрушка для фиолетовых, потому что когда ты эту стадию перерастаешь, тебе уже не нужны никакие карты и руны, чтобы считывать все точечно. И получается, дальше, ну, в общем, эта школа меня раскрыла, и я начала обучаться. И третий уровень был, это когда я переехала на Бали. Мы с Васей переехали на Бали. И вот здесь пошло самый веселый этап, потому что мне, ну, короче, со мной условно сконнектились духи этих мест. Я начала вспоминать свои прошлые жизни здесь. Я начала находить места, которые видела в прошлых жизнях в физическом мире, да, то есть вплоть до... Ну, у меня тогда был просто шок мозга, когда мы нашли здесь, на Бали, заброшенный храм, который я видела в прошлых жизнях. Я видела, как там все происходило, как нас убили. И вплоть до мелочей. И мы пришли в этот храм, и меня просто, ну, как, ну, я тогда, у меня тогда еще был внутренний скептик внутри, который, да, условно, не верил, да, часть меня не верила вообще в то, что со мной происходит. И у меня тогда мозг просто в шоке был от того, что все настолько реально, вплоть до мест, вплоть до... Ну, и плюс очень много здесь событий на Бали происходило, которые подтверждали и существование высших, и то, что, как они нас направляют. И, ну, в принципе, мы сами через наши же знания выросли очень сильно. И, ну, получается, здесь на Бали у меня очень эти способности раскрылись, то есть меня местные духи как бы научили, передали первичные практики. Я это все развивала у себя. Проходили и... коучинг от духов. Да, да, да. Крутейший вот. Коучинг максимальный. И потом в один момент ко мне, ну как это было? Мы ехали, блин, на мопеде. Да, я прям помню, мы ехали на скутере, да, на пляж. Ира такая, со мной связался Лег и какую-то там начал рассказывать информацию. То есть Олег, это я буду тебя обучать. Олег? Олег. Да, не ты... Олег. Да, Олег. Анатолий Олег. Связались, да. Нет, Леги и Орлеги, да. Да. Ну да, то есть как бы есть ангелы, да, и вот. И ангелы, условно, это падшие леги. Ну, здесь можно посмотреть в славянскую культуру. Просто мои корни оттуда, да. И, условно, леги — это... Ну, высшие светлые существа, которые занимаются тем, что они проводят человека по уровням развития вверх, то есть помогают его эволюции. В общем, со мной связался и начал меня обучать, начал передавать информацию, начал учиться подключаться к своему источнику, потому что у каждого синего потенциала есть свой источник знания, откуда он черпает. Ну, то есть синий, он как хранитель, да, так, какого-то знания. Да, какой-то части всеобщего знания. И наша часть, да, это вот эта вот система потенциалов, работа с подсознанием, да, другие синие, они хранят другие частички знания. У каждого есть свой источник, как такая флешка внешне, откуда ты можешь эти знания передать сюда. Что изменилось в твоем мире, когда вот на тебя вышли высшие и начали тебя обучать? Что изменилось в моем мире? Мне хочется понять, как это проявляется на физическом плане. То есть, что в момент, какие изменения тебе это принесли? Какое осознание, какие чувства? Как это в физическом мире? Ну, с нами они почти каждый день коммуницируют и обучают. То есть, они дают какие-то квесты, которые мы проходим и растем в разных сферах жизни. То есть, они даже информацию по маркетингу могут передать. Ну, то есть, передают. Да, то есть, иногда, что... Вам нужно вот это, вам в таком формате нужно вести свои соцсети, потому что люди, на кого вы ориентируетесь, они думают такими-то формами, там, такими-то аспектами и так далее. Да, то есть нужно понимать, что они там не передают какие-то отвлеченные знания, которые нафиг никому не нужны, а они сами, они проходили этот путь, да, игра, она же постоянно одна и та же, меняются только локации, вот, и правила игры в разных сферах, игра в популярность, игра в бизнес, игра в...
признание. Изобретение, да, игра, ну, разные есть игры. Игра в семью, да, игра в дружбу. Ну, как бы, принципы одни и те же остаются. У меня столько локаций и эпохи. И получается, они передают те знания, которые мы можем применить и внедрить здесь и сейчас. Через условно высших нам пришла система потенциалов, через которую можно круто определять предназначение человека. Через вот эти практики по работе с подсознанием и их направление в нужный момент мы там в 10 раз увеличили свой доход за последний год. Ну, как бы... Изменилось все кардинально? Изменились наши отношения. Если посмотреть, в самом начале отношения были хуже, чем сейчас. То есть это нормально, когда любовь с каждым годом растет, когда растет интерес друг к другу, когда там растет и сексуальная сфера, и все, ну, все моменты, они растут. Изменилась моя внешность очень сильно, потому что я, ну, даже... Я была 1,80 м и выглядела как старая бабушка. Ну, в смысле... Просто я устал молчать, поэтому хотел... Да, как бы я выглядела, ну, менее симпатично, можно так сказать, да? То есть, в принципе, прокачка идет по всем сферам, и это очень интересно, когда ты можешь... Тебе не нужно читать сотни книг, тебе не нужно... ну, то есть, я порой получаю такие знания, которые нам потом ученики приходят и говорят, а это было, короче, на дорогом тренинге за 1 000 000, там, у какого-то крутого бизнес-тренера. А я его просто получила. То есть, нужно понимать, что источник знаний, ну, условно, он один. И тебе не нужно читать сотни книг, тебе не нужно там 7 лет обучаться там психотерапии, когда ты можешь получить здесь и сейчас знания сразу чистое. Если ты хочешь понять свои таланты, свои слабые стороны и источники вдохновения, а также точечно выявить свое дело жизни вплоть до того, заниматься тебе упаковкой бизнесов или быть спортивным психологом, понять подсознательные блоки, которые мешают тебе выйти на новый уровень в финансах, здоровье и отношениях, и простроить четкий план финансового роста через свое предназначение, то записывайся на разбор по системе потенциалов человека по ссылке под этим видео. Мы ждем тебя! Хочется все-таки перейти к вашей системе потенциалов, потому что, с одной стороны, нашим зрителям может показаться немного странным тем, что эти знания передали высшие, но, тем не менее, никто не оспорит их эффективность, потому что, когда я проходила разбор, меня это сильно впечатлило, и мне бы хотелось донести более развернуто эту идею и саму вообще структуру той системы, которая у вас есть. Да, у нас, ну, я лично уже более 350 разборов провел, и 100% людей, когда проходят его, они в восторге. Да. Потому что, когда ты рассказываешь человеку о его предназначении, наша душа, она помнит все, она чувствует, она знает. И какой бы ни был забитый человек, и как бы он далек бы не был от своего пути и так далее, когда ты ему рассказываешь его путь, все чувствуют, все понимают, что да, я хочу, да, я этим хочу. Будет он это делать, не будет, это второй момент. Это уже связано с его негативными программными сценариями, насколько он их преодолеет. Потому что, ну, бывает так, что людям ты рассказал их предназначение, он послушал и пошел в свое болото назад залез. Только теперь он знает за то, что у него такое глобальное предназначение и так далее. Я проходила достаточно большое количество различных разборов, практики, техник. И тем не менее, вначале говорится о том, что вот ты такой класс. То есть подсвечиваются все твои положительные стороны. И на многих этот процесс заканчивает. То есть ты такой классный, у тебя все получится, ты молодец, ты можешь вот это и вот это. И это вселяет мотивацию. То есть ты... начинаешь, но, тем не менее, опять же, бессознательно, то есть какого-то продолжения нет. То есть что с этим делать, что это может не реализоваться, это есть, это как перспектива. То есть есть несколько путей, и это один из них. Но другой путь редко когда показывается. И тем не менее, даже если он показывается, говорится, что но для этого что-то нужно делать, здесь возникает вопрос, что? И на этом тоже может все обрываться. В вашей же системе, то есть то, что когда мы проходили с тобой разбор, ты мне конкретно говоришь, что мне нужно делать. То есть мне вот это понравилось, что и твое, в принципе, такое, можно сказать, напорство в том плане, что, ну, как бы ты же понимаешь, что тебе это надо делать. Тебе надо делать это и это, когда приступишь. То есть в таком формате. И здесь сразу тоже такой момент. Здесь уже это ответственность конкретно за человека. То есть я понимаю, что это мне очень откликнулось, то, что вы даете пространство вариантов. Понимаете, то есть вот этот момент, что почему, в принципе, да, для чего это интервью, потому что я верю в то, что каждый может жить лучше, выйти на новый уровень, и, соответственно, есть возможность. Здесь уже выбор
за, соответственно, человеком, конечно. Опять же, структура системы вообще потенциалов. Какая основная цель? Замечательный вопрос. Да, такая небольшая ремарочка, что да, у каждого человека есть его выбор. И даже если этот выбор и ведет его не к реализации какому-то трэшу в жизни, это его выбор. И его надо принимать. То же самое, когда с нами общаются там, через Иру Высшие, они нам также говорят, если вы сделаете это, у вас будет то-то, если сделаете это, будет то-то. Но выбирать вам. Да. Мы не вправе вас там условно толкать и так далее. Поэтому, когда я с людьми разговариваю, я им говорю, что ты просто если это будешь делать, тебе будет все круто. Не будешь, твой выбор. Хорошо, что такое система потенциала человека? Мы все рождаемся с определенной внутренней программой. То есть мы с завода укомплектованы, я это так называю. Мы рождаемся идеальные, у нас все круто, все здорово, все у нас качества есть для своей реализации. У нас у каждого есть свое предназначение. То есть то дело, через которое мы будем максимально реализовываться. Нужно понимать, что предназначение это не конечная точка. Ты врач, все. Я врач, дошел до врача в 25 лет и все, походу. Нет, предназначение это путь развития, развития твоих сильных качеств. И он идет со временем, улучшается, улучшается, то есть достигает все новых и новых вершин. И в каждом человеке есть три потенциала. Это сильные качества, это потенциалы силы. Три потенциала – это наполнение, мотивация. И три потенциала – это слабые качества, которые ему нужно делегировать. Их не нужно делать. Они в каждом есть потенциале, в каждом человеке. И вот, получается, эти потенциалы создают таблицу потенциалов. И если ты знаешь сильные качества, ты можешь сложить его предназначение. Если второй ряд – мотивацию, ты знаешь его настоящие хобби, через которые он наполняется. И, соответственно, третий ряд – то, что ему нужно делегировать. Да. И вот эти потенциалы, их можно видеть очень легко в человеке. Они визуально. Их, ну, то есть для этого не нужно быть там, сверхспособности какие-то обладать. Это просто знания. И мы их проявляем, эти качества. В том, как мы одеваемся, в том, как мы говорим, в том, как мы выглядим, в том, как мы смс-ки пишем, в том, как мы фотографируемся в соцсетях, в инстаграме. Да, когда я делаю разборы людям через инстаграм, просто рассказываю про их предназначение, про их качество, они говорят, я в инстаграме выкладываю по-другому, не такой, как есть. Ты выкладываешь максимально такой, какой ты есть. Просто у тебя на тебя влияют ряд сценариев негативных, которые я также увижу на этом, на твоем инстаграме. То есть. И вот тот момент, который ты подчеркнула, что да, мы рождаемся идеальные, но у нас сильные качества забиваются. Ну, пример такой мой любимый, когда ребенок рождается с желтым потенциалом, желтый потенциал – это речь, говорить. Вот у меня, мне дали слово, хрен вы меня теперь заткнете. Вы мне дали слово, и я могу говорить очень долго и страстно. И вот ребенок, родившийся с этим потенциалом, как он будет себя проявлять? Он будет кричать. Он будет визжать, орать, все что угодно он будет делать. Он услышал мат, и вот он уже с матом бегает. А родители, у которых нет этого качества, они будут думать, неправильно он себя ведет, какой-то у нас неправильный ребенок. Они его будут всячески пытаться переубеждать, всячески пытаться его будут затыкать, переучивать, наказывать. Могут даже там за это по губам дать и в угол поставить. И вот ребенок начинает подсознательно, родители это ведь для него все. Это ну, все, что есть условно в этом мире, и их слово закон для него. И он начинает вырастать уже с подсознательным каким-то блоком на своем сильном качестве, что если я буду проявляться через голос, то меня мир будет наказывать. Да. И вот тот оратор, певец, какой-нибудь очень известный деятель оказывается бухгалтером, потому что он просто боится проявлять свои сильные качества. Ну да, то есть нужно понимать, что мы рождаемся с сильным потенциалом, не с талантом, а потенциал уже можно развить в талант. Да, и... Вот как раз-таки, почему мы не только разбираем людей по предназначению, но еще и показываем, какие, да, у него есть точки роста, психологические блоки, которые ему мешают развиваться. И у нас еще есть там индивидуальный коучинг, где мы прям ведем человека к раскрытию его сил, там, к выходу на новые уровни. Потому что, ну, я считаю, что, ну, мое мнение, что бессмысленно просто человеку рассказать о его силах. Потому что, ну, это никуда его не приведет. Максимум это приведет к самобичеванию в итоге. Или и... наоборот, потешит самолюбие. Я крутой, пойду в свое болото. Я проработанный. Ну, в принципе, тема предназначения, она очень актуальна. Все чего-то ищут, все ищут свою миссию, предназначение, поставь цель, у тебя должна быть цель в жизни. Но вот это само слово, оно стало настолько, то есть вот, ну, почему... Содержимое. Да, очень. То есть мне вроде бы хочется сказать, они помогают найти предназначение. Но с другой стороны, люди это слышат и думают, очередные искатели. Предназначители. Да, да, то есть. Момент такой, что есть свой путь. И вот мы как раз-таки помогаем человеку выйти на свой путь. Что такое путь? Условно, это духовность. Вот начнем так, сдалека. Что такое духовность? Что такое духовность, да?
То есть духовность это никак не связано с религией. Духовность это дух, это как раз таки и есть твой путь. То есть и на этом твоем пути есть твоя реализация, твоя вторая половинка, твои настоящие друзья, твоя жизнь мечты, то, о чем ты только можешь мечтать. Это есть уже на твоем пути, но тебе нужно на него выйти, а для этого нужно тебе убрать определенные подсознательные блоки и так далее, и так далее. Но надо понимать очень важную вещь. Мы все разные. Мы все разные. И когда людям говорят, что вот поставь свою цель, ты начала, поставь свою цель, давай, давай. Ты просто двигаешься, исходя из одного своего качества. И тебе кажется, что и другие должны так. И поэтому мотивационные всевозможные тренинги, бизнес-тренинги, давай, давай, давай. А там приходит человек, как Ира, у него нет этого качества. А, и сразу начинается самобичевание. Я не такая, я унылая. Потому что постановка целей, она нужна только человеку с одним потенциалом. Есть оранжевый потенциал, вот как раз потенциал предпринимателя, бизнесмена, они цели-достигаторы. Им важно ставить цель, достигать ее, они через это будут расти. Да. А я буду расти через прокачку общения с высшими. И если я приду на такой тренинг, я никогда не... ничего не достигну. Я не такой, будет программа, да. Соответственно, не такой. Тут это основа основ, что мы получаем знания не свои. Мы получаем информацию, смотря на своих идеалов, на второй свой ряд. Да. Нам кажется, глянь, какой молодец, и я так хочу, гля, как он шикарно поет. Ну и цели мы ставим получить. И, соответственно, мы идем не своей цели, идем не своим путем, все, жизнь идет в перекос. Для того, чтобы, хорошо, ты понимаешь, тебе рассказали про твое предназначение, тебе рассказали про тот путь, через который ты можешь реализовать себя. Но самый простой критерий, как понимать, твой это путь или нет, ты будешь этого хотеть. Когда тебе это расскажут, когда ты раскроешь, ты просто поймешь, что, блин, я этого хочу. Да. Прям, ну, ты когда мне сказала, да, я такая, я просто сижу, и это не такое чувство, что, знаешь, ну вот, ух ты, у нее там что-то появилось, хочу такое же. То есть, знаешь, это просто, это как идея, она пришла извне, это не истина. То есть я не сидела и не думала, допустим, вот ожерелье, я сидела и думала, о, хочу вот такое ожерелье. Я просто увидела, классно, хочу. И здесь, ну, тонкий момент, да, это мое или это навязанное, ну, так условно, да. И вот тут, когда ты начал говорить, то это на уровне чувств. То есть я, ну, такими, да, как бы категориями вот ощущаю. Тут еще такой момент, что тоже, если помнишь, мы всегда помогаем человеку проявить его или это предназначение или нет через его интуицию. У каждого человека есть его истинная интуиция, внутренний комплекс. Он также, исходя из его сильных качеств, работает у всех по-разному. У кого-то через голос, у кого-то через ощущения телесные и так далее. И мы, соответственно, человеку рассказываем, ну, в том числе на разборе или там на обучении, как у него работает это, как ему пользоваться и как проверять. Вот, да. Ну вот мы проговорили такую более, скажем так, самую приятную картинку вот именно с темой потенциала, то, что предназначение, потенциалы, приятные стороны, все классно. Но там же есть еще более такая серьезная сторона, то, что есть у вас в принципе, это проработки. Потому что классно, тебе показали, но, опять же, есть сценарий и есть несоответствие человеку. Не значит, что человек плохой, значит, что сейчас он находится в таком как бы ресурсе, да, который не позволяет ему получить то, что он хочет. Почему человек в моменте, он понял свое предназначение, ты ему сказал, допустим, тебе нужно открывать фирму, ты можешь продавать или ты там можешь вещать на людей, иди, делай. Да. И он такой, типа, хочу, но на следующее утро он берет и продолжает жить свою обычную жизнь, при этом не понимая. То есть его мозг вроде бы воспринял, там что-то сдвинулось, но у нас же есть система установок, ограничений, да, определенных категоричностей, которые нам заложил социум, мы сами себе взяли от кого-то, и мы продолжаем жить так. Что с этим делать? Вот здесь как раз мы, опять же, и помнишь, с тобой обозначаем те сценарии негативные. Нужно понимать, что у нас в людях есть негативные установки, негативные там всякие блоки, всякая-всякая связи, какая-то хрень неприятная в нашем подсознании. И вот самое глобальное – это негативные сценарии. Это комплекс всего этого. Негативный сценарий, ну, для примера, там, сценарий жертвы, сценарий неудачника. Когда ты смотришь на девушку, и вот жертва, вот все у нее плохо, она все время плачет, все у нее, все, жизнь, все пропало. Случается какая-то жизнь. Да, все у нее плохо в жизни, потому что у нее сценарий такой. Ее вся внутренняя суть ведет к этому образу жизни. И, соответственно, почему человек не выходит в свою реализацию? Потому что он, на него начинают действовать его сценарии. И, условно, если у человека идет сценарий, ну, например, много работать, сценарий много работать, то он, а его реализация, она связана, например, никак не связана с большим количеством работы. То есть у него более там творческая какая-то реализация, он, например, там, ему нужно обучать людей там здоровому питанию, ну, например.
Но внутри есть программы, много работать, или там, что через свое предназначение нельзя зарабатывать много и так далее. Их огромное количество сценариев. И вот они начинают на него действовать. И вот он только узнал о себе, куда ему надо идти, и включается наш любимый внутренний диалог, и начинает, ну куда я пойду? Ну куда? Ну ты посмотри на себя. Ну это они там могут где-то, ну а я куда? Ну у меня нет знаний, у меня нет опыта, у меня нет ничего, я вообще... Я ни о чем. Бывает еще словами бабушки, мамы, родственников и так далее. И вот этот внутренний диалог, это как раз и есть те наши негативные программы, те сценарии. Вы должны понимать, что наши мысли – это не мы. Ни в коем случае все, что мы слышим в голове, в лучшем случае процентов на 50% – это мы. Это в лучшем случае. В основном это спам, негативные программы, это все то, что нам навязано извне. И вот это основная проблема людей. Они думают, что я... Сам себе, ну нет, я же не хочу, это мой внутренний голос, надо его слушать. Это моя Давай. Интуиция еще иногда говоря. Как отличить чтобы отличить вот внутреннюю интуицию и вообще понять, с тобой ли говорит ты истина или твой внутренний? Нет. Нужно, во-первых, нужно принять, что внутренний диалог – это не вы, и вы не сможете это отличать. То есть, как это отличать? Ну, самое простое – это спросить, то действие, которое мне говорит моя мысль, оно приведет меня к моему развитию, реализации, росту и так далее. То есть, например, у тебя внутри, ну, тебе нужно сесть за какой-то серьезный проект. Да, там, сесть, начать делать, а тебе в твой внутренний диалог говорит, ой, да не надо, да я так устал, да давай полежим, завтра, и так далее. Завтра начну, да. Или, да, допустим, да. Что у тебя ничего не получится, да, не надо начинать, это тоже вот эти программы. Да, и нужно понимать, что это не ты, это просто твоя программа, и ты этой же программе можешь сказать, да нет, я не устал. То есть нужно задать вопрос. Да нет, со мной все нормально. Мне это, если я сейчас не начну делать, меня это приведет к реализации, мне это поможет. Подытожим, то есть получается, что если внутренний диалог тебя не мотивирует, начинает говорить какими-то убеждениями, установками, ты не можешь, ты не такой, ключевой вопрос это, приведет ли меня это к развитию. Да. Но тут нужен момент, что не всегда оно идет через негатив. Оно может так завуалировано быть, что... Давай мы сейчас отдохнем, мы же много с тобой делали, мы всю неделю с тобой работали. Сегодня 5 минуточек вот этих вот, давай мы вот эту вот стопку выпьем. Возможно, и такие есть, да? То есть оно не негативное, но оно не твое. Оно подговаривает. Да, смотри, вот она, скорее всего, на тебя обиделась, тоже на нее обидься. Она, видишь, тебя не уважает, как... Он не перезвонил, да он обо мне думает плохо. Я тоже не буду звонить. И так далее. То есть нужно понимать, что внутренний диалог – это механизм, определенный алгоритм, который ведет вас к реализации ваших подсознательных сценариев. Если у вас внутри стоят сценарии, например, успеха, сценарии там, отношений прекрасных и так далее, ну, какие-то позитивные сценарии, то внутренний диалог, он будет вести к реализации этих сценариев. То есть он будет говорить, ты молодец, у тебя все получается, он будет тебя вдохновлять. Это не ошибка, это точка роста, давай, у нас сейчас получится. И что интересно, когда ты меняешь реально подсознательный сценарий, у тебя и меняется и внутренний диалог, то есть у тебя меняется, у тебя уходят страхи реально изнутри, то есть тебе не нужно там пересиливать себя, на силе воли идти там и так далее, а ты начинаешь легко как бы сам собой двигаться в нужном тебе направлении. То есть это рост и развитие начинает происходить как бы легко, типа само собой. Вот. И негативные сценарии, они могут очень сильно блокировать наше развитие. То есть у нас в системе потенциалов мы разработали для каждого потенциала, нам передали, да, информацию, мы разработали, а для каждого потенциала путь развития по уровням. И эти уровни можно легко просмотреть по уровню дохода человека. Вот. И, есть определенные негативные сценарии, которые человека останавливают в развитии его потенциала. Да? И снимая эти сценарии, у человека пропадают страхи, пропадает неуверенность в себе, пропадает то, что его блокировало, останавливало, отговаривало, да? Меняется внутренний диалог, и он начинает как бы легко идти к своим целям.
То есть, ну, все мы понимаем, большинство, наверное, аудитории понимает, что подсознание влияет на нашу жизнь на 80%, а сознание на 20%. И как бы ты на сознании не хотел быть счастливым, богатым и успешным и так далее, будет реализовываться то, что заложено в подсознании. То есть, там, ко мне приходит клиентка и говорит, ну, я же хочу свою вторую половинку, я уже прошла сотни тренингов и так далее. А у нее в подсознании сидит программа, что через 5 лет я должна расстаться с мужчиной. Ну вот, просто вот, что мужчина не может быть навсегда, или там сценарий разводов стоит, ее родители разводились, и она не может найти человека, с которым будет на всю жизнь, условно, да, и так далее. Или там приходит к нам человек, у него реализация говорить через голос, а он вообще никогда не вещал, а он вообще никогда не говорил, и у него стоит сценарий одиночества. Ну вот, и... Убирая эти моменты, ты, ну, условно, начинаешь легко расти. То есть первое действие с внутренним диалогом. Любая ваша мысль, которая на что-то у вас влияет, на ваш выбор или какое-то действие, спросите, это меня приводит к реализации? Если я это сделаю или не сделаю, это приведет меня к реализации, к успеху, к моему развитию? То есть меня это сделает лучше? И просто ответьте на этот вопрос, только честны будьте. И вот прямое понимание, ваш это внутренний голос, именно истинное ваше «я» или это программа негативная. Если вы получите ответ, что нет, это меня не приводит к реализации развития, значит, это ваша внутренняя программа. Негативных программ, они всегда ли они исходят родом из детства? То есть какая-то юношеская пора, они закладываются, насколько я понимаю, негативные программы, они в принципе закладываются на подсознании. И плюс это же нейронные сети, которые просто отстроены таким образом. Да, то есть это просто выстроение уже мозга. То есть это конкретно на физиологии человека это проявляется. В момент, когда вы говорите о проработке этого сценария, что происходит на физиологии? То есть насколько это реально? Это получается, что за короткий срок, то есть как мы говорили, что это можно сделать гораздо быстрее. Это не 2 года, не 3, не 5 лет. Это в зависимости от готовности человека там... Ну, выходы на новые уровни происходят в основном за 2-3 месяца, в зависимости от потенциала человека. Нужно выделять на переход полгода минимум. Но в любом случае полгода. Ну, это, человек жил 20, 30, 40 лет определенным образом, а здесь полгода. Ну, то есть на фоне вот этого всего полгода – это 3 минуты. Ну, я утрирую, но все же. Каким образом меняется вот эта вот старая программа, то есть перепрошивка – это полностью перепрошивка человека получается? Каким образом это происходит? Мне интересен момент именно с точки зрения физиологии. С точки зрения физиологии непосредственно меняются нейронные связи. Ну, то есть там происходит изменение на генетическом уровне. Вот. И, ну, реально можно менять даже свою генетику. То есть через определенные практики. Через эти практики. Какие практики используются? То есть мы можем их проговорить конкретно, что это? Сейчас вот такой момент, что первая часть вопроса, что наша жизнь формируется, наши вот эти нейронные связи, в принципе, наша жизнь до 14 лет, с 0 до 14. Соответственно, в это время закладываются все ваши программы, формируется весь ваш путь. Даже если те программы, с которыми вы пришли, условно, из прошлых жизней, они найдут подтверждение в этой жизни, чтобы заложить вас, чтобы на вашем жизненном пути, это называемое тело пути, есть одно такое из наших тонких тел, до 15 лет она формируется, и вот там как раз-таки закладывается уже этот сценарий, уже эта программа. Поэтому воспитание ребенка до 15 лет – основа основ. И в этот момент можно человека проработать все его кармические какие-то моменты через осознанное воспитание, через осознанное родительство. Но это отдельная совершенно тема. И вот, получается, касаемо практик. Нужно понимать, что есть разные подсознательные программы. Есть более простые, которые можно убрать самостоятельно, через достаточно простенькие практики. Многие даже есть в интернете. Есть посложнее, которые тоже можно самостоятельно научиться этим практикам и уже проработать. А есть глобальные негативные сценарии. Чтобы убрать такую вещь, которая, но она кардинально изменит вашу жизнь. То есть это как бы основа, которая меняет именно вот негативные сценарии меняют жизнь человека кардинально за быстрый срок. Чтобы его убрать, нужно или обучиться этому, то есть это все-таки достаточно серьезные вещи. Ты можешь как починить свое подсознание, так и можешь там дров наломать. Поэтому это или обучаешься этому, или проходишь у мастеров. Ну, например, у нас в школе есть мастера, или мы обучаем человека, если у него есть к этому предрасположенность, и если он этого хочет. То есть, вот. Поэтому не все проработки, не все практики
их, возможно, самостоятельно, вот так скажем, прочитал в интернете и начал это делать. Это даже не совсем безопасно. А касательно негативных установок, вот именно самые глубокие, сложные, серьезные сценарии, какая практика подходит для них? Чтобы просто, я понимаю, что там практики, техники, какие именно? Потому что это может быть дыхательная практика, а может быть что-то гораздо интереснее там, в работе с энергией, либо же, то есть что вы используете, какой у вас инструмент? Как это происходит? Человек читает сценарий или смотрит урок Васин, да, на коучинге, где мы рассказываем про сценарий, как он происходит в жизни человека, что он берет, делает такие-то действия, такие-то и такие-то. Указывают, подсвечивают какие-то моменты его. Ему нужно понять, что у него это есть. Потому что пока мы тебе не объяснили, что у тебя есть проблема, ты же не думала, что у меня есть проблема. Да. Потому что шикарно было. Ну и что, что я на кого-то думаю, что я лучше, чем они? Я же молодец. Это ж наоборот меня приведет. Да, то есть человек осознает свой сценарий, например, там сценарий гордыни или сценарий одиночества, как он у него проявляется. После осознания сценария человек садится и делает непосредственно практику. Практика, она основана на таком методе ассоциаций определенных. Ну, когда ты... Ну, эта практика, она не физическая, то есть ты не дышишь, ты не делаешь какие-то там внешние действия. Ты, наоборот, ложишься спокойно и, ну, успокаиваешь свое тело, чтобы полностью переключиться на подсознание. Потому что, чтобы войти в состояние подсознания, такое полутрансовое, нужно как бы от тела отключиться. Вот. И... Ну, то есть он там проходит определенный, условно, квест, путь, вытаскивает у себя вот негативные программы, которые являются частями сценария по определенной методике, и их перепрошивают, условно меняя свое прошлое, да, он меняет свое будущее, то есть он перезаписывает свое прошлое. Это с NLP чем-то похоже, да, вот есть что-то? Ну, может быть, но... Ну, просто это более углубленная штука, потому что я всеми этими методиками общеизвестными занималась, и, ну, они такие, как бы, они просто более простенькие. Это как расстановки? Ну, вот, потому что у меня отвлекается на то, что ты говоришь. Смотри, расстановки, они проявляют негативные программы, но они их не прорабатывают. То есть мы просто заметили негативную программу, подняли и все. Ее, мы знаем, что она просто есть. Мы условно сделали первую часть данного действия, нашего убирания сценария. Мы осознали. Мы поплакали, мы узнали. Там у людей по-разному это проявляется. Да. То же самое проявляется у нас, словно там люди и рыдают, и все, что. Да. Потому что они вспоминают такие ситуации и моменты, которых они знать не знали, понимать не понимали. Да. Но тем не менее, влияние этой программы продолжается. Была очень сильная. Это первая только составляющая. Да. И получается, прорабатывая этот момент в голове, дальше у человека есть определенный набор действий физических, которые ему нужно сделать, чтобы физически выйти из сценария. И также он работает еще и с эмоциями, на эмоциональном плане. Потому что нужно понимать, что у нас, ну, условно, сознание, тело, душа, они все связаны. И проработку нужно проводить комплексно, чтобы реально менялся сценарий. И получается... Человек прорабатывает в подсознании, человек работает с эмоциями, человек делает физические действия определенные для выхода из именно вот этого сценария и выходит на новый уровень, например, выходит на новый уровень доходов. Да, то есть... Касаемо физических действий, нужно, чтобы люди понимали, что это не какие-то обряды, там, танцы с бубнами, нет. Это, например, если у человека желтый потенциал, и у него ораторство, и у него прорабатываешь сценарий, что у него стеснение говорить, ему нужно снять прямой эфир, заснять сторис, ему нужно физические действия сделать, которые подтвердят то, что он, ну, преодолел этот сценарий. Зачем? И ему это будет легче. То есть самое что интересное, что раньше бы он бы там бесконечно бы боялся, трясся, и ему бы это очень тяжело было сделать, а сейчас ему это просто легче делать. Да. У него пропадают страхи к этому, у него пропадает негатив. И зачем это нужно? Для того, чтобы как раз укрепить новую нейронную связь. Потому что вот это не делают многие эзотерики, то, что они себя прорабатывают там подсознательно, а внешне не делают никаких действий. И у них формируется нейронная связь, которая в действие не переходит. И ничего не меняется. Воображаем, мы там проживаем где-то на подсознании, но тем не менее в реальном мире у мозга нет понятия, что это проявляется здесь, на физике. И все, и у человека, ну и тогда проработка не работает, ни одна проработка не будет работать. То есть там идут конкретно после практики практические задания, ты должен делать это и это. Да-да-да. Еще момент очень классный относительно того, что так как это у каждого свой потенциал, получается, что это индивидуальная работа, независимо от того, работает кто-то с тобой индивидуально, либо же ты
сам работаешь. Да. Потому что это конкретно, то есть ты работаешь не над прокачкой какого-то другого потенциала, потому что ты знаешь свои, и у тебя есть руководство, как здесь делать. Правильно я понимаю? Как вырасти, да, в своих силах. Да, есть как бы сценарии общие, там много работать, или, например, гордыня и так далее. Ну, их большое количество. А есть именно потенциал, сценарии, которые на потенциалах твоих, которые как раз тебе мешают вырасти в деньгах в основе своей, и они у всех индивидуальны. После того, как с помощью практик мы выявили свои негативные сценарии, их проработали, это как-то сказывается на нашей жизни? То есть я понимаю, выход на новый уровень звучит очень такие очень громкие слова, и все такие, да, я хочу на новый уровень. Но на практике, да, то есть как, что происходит конкретно, какие действия? По вашему опыту, у вас большое количество людей, в принципе, наверняка есть отзывы, и хочется узнать вот самые такие, что вот человек реально показал результат. Ну, смотри, во-первых, все наши знания, они все живые. Что это значит? Они используются в жизни, их можно применять. Система потенциалов, ты ее узнал, и ты можешь сразу со своими близкими видеть, понимать, как с ним общаться, с бизнес-партнерами, ты сразу эти знания применяешь в жизни. То есть даже у меня есть маленькие уроки, там по 20 минут, и люди, их посмотрев, уже начинают в жизни это применять молниеносно, потому что ты сразу это применяешь. Примеры работы с непосредственно негативными проработками, негативных сценарий. Например, у нас один ученик приходил к нам на обучение, он занимал деньги, чтобы сделать разбор и там пойти на обучение. И за полгода вышел на доход, во-первых, он понял свое предназначение, но он просто делал все, что ему говорили. И вышел на доход через свое предназначение более 700 тысяч рублей в месяц за полгода с нуля. У нас есть также ряд людей, которые боялись уволиться с работы, тоже, ну, из-за того, что как я уволюсь, я не знаю, куда идти. И пока они работали на работе, тоже он начал обучаться у нас, там понял свое предназначение, как бы определил его, начал в этом направлении действовать и корректно потом уволился и также перешел в разы, там, за несколько месяцев вышел в доход в, ну, на новый уровень, так скажем. Да, или есть девочка, ну, девушка, которая, ну, была домохозяйкой, она, ну, ее муж работал, она сидела с детьми, она не знала, куда ей пойти реализоваться, и пришла ко мне на работу, на коучинг. Ну, и мы выявили у нее предназначение, тоже она специалист по здоровому питанию, и она начала в этой теме продвигаться, тоже уже где-то, наверное, полгода прошло, и вот буквально недавно они вышли на первые 500 000. Вот. На вашем сайте есть очень много информации о том, что мы выводим на новый финансовый уровень, мы помогаем заработать больше денег, ну, и упоминается, в принципе, вот деньги очень большое количество раз. С чем это связано, почему вот такое отношение идет к деньгам? Смотрите, во-первых, можно развивать как бы любые качества, но в основе своей все начинается с предназначения. И когда ты начинаешь реализовывать предназначение, неизменно начинает расти финансовый уровень. Потому что, ну, не можешь ты развиваться, исходя из своих сильных качеств, и у тебя не будет притока денег, финансов, у тебя не будет изменения финансов. Если у тебя так происходит, значит, ты вообще не в том направлении идешь. Это первейший критерий. И, соответственно, опять же, прежде всего, наладить надо финансовый аспект, и тогда будет проще. Тогда будет уже можно и о здоровье подумать, тогда уже там и об отношениях и так далее. То есть, когда ты укрепишься в финансовом плане. Мы живем все в материальном мире, то есть с этого надо начинать. Но тут еще есть один момент, что очень часто бывает так, что эти все сферы переплетены. И идя к деньгам, мы работаем и с болезнями, и работаем и с отношениями и так далее. И у нас огромное количество именно случаев, кейсов, когда к нам приходит человек по реализации, его работаем с его предназначением, а у него какая-то болезнь проходит, которую он не мог вылечить. Да, 10 лет условно. Или у него с отношениями налаживается, хотя мы идем, решаем другую задачу. То есть мы берем деньги за отправную точку, так, потому что это легко проверить, это критерий исчисляемый. Плюс нужно понимать, что деньги – это еще и показатель той ценности, которую ты даешь в мир. А настоящую ценность мы можем давать миру только через свои сильные потенциалы. Только когда мы развиваем свои силы, мы можем действительно расти в финансах. Вот. И это показатель. Если ты реально вышел, ну, развил свой потенциал на новый уровень, у тебя выйдет на новый уровень и финансовый доход. Когда мы говорили с вами до интервью о том, какая у вас миссия, да, какое ваше предназначение, вы сказали о том, что вывести 10% людей, привести их к собственному предназначению и развить их потенциалы. 10% людей познакомить с живым знанием.
с нашей системой. Да. То есть, потому что, опять же, человек сам должен сделать выбор, будет он идти с этими знаниями или нет дальше. Но познакомить его надо, ему дать информацию нужно. Что произойдет в тот момент, когда вы реализуете это предназначение? 10% – это критическая масса населения, при котором, если человек, если 10% какого-то коллектива, какого-то общества меняют что-то в себе, меняется во всем. Весь коллектив меняется. Соответственно, если мы познакомим 10% людей с этими знаниями, откроем их предназначение, то поменяется весь мир. Поменяется глобально. Все люди начнут заниматься тем, что им нравится, получать от этого удовольствие, будут жить так, как хотят. Это возможно, это не утопия. Но для этого нужно сделать действия, которые в том числе зависят и от нас, и от вас, и от вас. Мне бы хотелось быть максимально полезным для наших зрителей, поэтому я попрошу вас написать в комментариях на практику проработки чего вы бы хотели, чтобы мы сняли видео, потому что мы, в принципе, с Ириной сделаем отдельные видеоролики, где мы будем давать практические знания, которые вы сможете использовать уже сейчас при просмотре видеоролика. Поэтому напишите в комментариях, какие сценарии вас интересуют и что вы замечали за собой. И, соответственно, исходя из ваших комментариев, мы сможем подобрать нужные инструменты. Thank you.